Всем привет-привет, ребятки! Всем доброго вечерочка! С вами Флешка, и это женские игры. Всем дня! Здравствуйте! Здравствуйте! Всем доброго вечера! Кто у нас тут в чатике? У нас много всех в чатике. И в, в, первым, конечно, прибежал Коля Андреев. Коля Андреев, прям какой стрим подряд уже прибегает заблаговременно. Спасибо тебе большое. Добро пожаловать на стрим. И э, я тут проверила, кто у нас топ-чатер. Э, сразу видно, что школа началась. И Нет! No, no, no! no! Кажется, нам нужно награды пом поменять. Что, что такое, что такое? Да, там нужно награды поменять, потому что, походу, не, не, вы путаетесь между ⁇ Не читай сказку ⁇ и ⁇ не хочу этого слышать ⁇ Кажется, так. Или нет? Это, возможно. Или вам звук нравится? Объясните мне. Не то, сори, неправильно прочитал. Все, я поняла. Давай, говори, какое слово ты хочешь запретить? Я потом вернусь в начало чатика. Давай, я тебя поняла, пускай будет. Говори какое слово нельзя. Эхо, э, да, на уведомляшках есть слегаца эхо. Надо поменять название Однозначно. Однозначно, потому что уже не первый раз. Может, иконку нарисуешь? С кем? Такую иконку и перечеркнутую книжку, либо книжку перечеркнутую, либо хорошо. блуд Knight запрещает мне слово. Вот, вот, я поняла. Вот хорошо. Вот, вот, вот. Вы бы мне вот запретили, вот это было бы замечательно. Давайте я поставлю таймер и вернусь сначала э, чатика и, и и продолжу с вами здороваться. Но теперь без, собственно, этого. Все, таймер пошел, часики тикают. Поехали, поехали. Давайте повторим, э, с Кулей Андреем мы поздоровались. Еще до начала стрима э, Форлендерн подписался, точнее ресабнулся, oh, что давайте. Yeah. Вот, повторим этот замечательный звук и накидаем Форлендеру э, это... Накидаем ему сердечек в чат и Селф дарит подписочку Савилу, Савилу, Савилу Эл. Спасибо большое, Салф. Накидайте сердечки, я докручу чатик до конца и тоже кину. Здравствуй, Селф, здравствуй. Э, Дейзи на страже зла у нас э, в диком танце. Кружимся. Здравствуй, Хомченко ТВ. Вот, и Форлендер. Спасибо большое за рисап. Спасибо за поддержку и то, что продолжаете оставаться с нами. Здравствуй, фильм Бабай. Фильм Бабай по классике жанра хостит. Спасибо за хвостик. Ваня, э, Ваня, Ваня, вот, 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 вот взаимно. О, Ваня, вот взаимно. Раз мне нельзя говорить, то просто скажу взаимно. Здравствуй, мистер Лео. Э, здравствуй, Махита. Махита, зажигай инфинити броню за стрим. У -у -у, какие амбиции, какие амбиции. Я не настолько амбициозная девушка. Здравствуй, сестер. Ну что, уроки под стрим делать будешь или как? Или родители позвать? Блутнайт, здравствуй, коварный блуднайт. Вот научились. Вот нащупали правильное слово в начале стрима, которое нужно банить. И вот философ: Здравствуй, твистер. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Вижу тебя, твистер. Ну, случается. Ну, видишь, как бы, как говорят, фигня случается. Вот не надо на меня зла держать. Здравствуй, Наденька. Наденька, вечера тебе. Здравствуй, здравствуй. И чудо доброго вечера. А... <с Volt�> Ваня, вот видишь, взаимно. <с? smack> э здравствуй, слива. Вот просто слива. Мне кажется, я запомнила правильно. Ну что ж, приступим. Сейчас чатик дочитаем, да приступим. Тлот, нет, не Тлотра, Тоторо с нами. Здравствуйте, Тоторо. Э, да, иконки. Я себе сейчас запишу. Иконки, на... Надо... иконки, иконки за баллы канала. Сменить. Поняла. Поняла. Не обещаю, что-то завтра сделаю, но как бы вот. запишем. Э -э так. Уже не оригинально, зато действует. Просто вместо не хочу этого слышать. Надо запретить слово. Да, более четко написать. Как же жить без этого? Ну, как бы еще минуту 47 секунд можно. книжка, почитай сказку. перечеркнутая книжка, не читай сказку, обезьянка, не говорю. Абсолютно согласна, надо просто сообразить вот эти маленькие иконочки сделать. Вот, сердечек, правильно, всем, все, все накидали, я сейчас дочитаю до конца чатика и тоже присоединюсь. И Фурлендер, ну, и Селфу обязательно это. Дантеркик, здравствуй. Как, как это лесу не надо кусь? Лиса ходит, всех де, всем делает кусь, а ее не надо? Лапонька, здравствуй, лапонька, мяу, лапонька, мяу, это не то слово, но тоже как бы хорошо, здравствует Лотра, и Элдеркаст, здравствуйте, и Гранатик приносит, 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 Гранатик привозит, привозит, привозит хорошо хорошо еще одна попытка гранатик приводит к нам рейд здравствуйте рейдеры все гранатята всем здравствуйте четыре тысячи козелков коту под хвост так лапонька чудо лео кура и секс здравствуй знаешь что кура секс ты в топе чатеров как так получилось захватила чат Курайсекс, и Сатила к нам пришла. Кто еще? И Силин. Все, я вроде бы дочитала. Нет, Астрал Сорсери, здравствуйте. Не то, а какое надо? Что? 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 Не то, а какое надо? Что, лапонька? Кто что сделал? Я, я не поняла. Не вижу. О, все? Все, стоп. Ей, я справилась. Ня! <laughs> Всем ня! <laughs> Такой тяжелое Здравствуйте! Не то, какой какое. А, какое слово надо было запрещать? А, надо запрещать что-то во время стрима, такое более употребляемое, так как меня в поймали в прошлый раз. О, опять запреты да. А, так, хорошо. Все? Э, во что? Сегодня, господа, будем смотреть. Будем смотреть в будущее, будем смотреть в кубики. Потому что что? Потому что кубики наши все. Ой, а кубики некрасивые. Подождите, я их разверну. Я пока с вами здоровалась. Они запускались, сейчас мы их развернем. Oh, yeah. А вот это было странно. Просто Майнкрафт запускается, и у меня даже уведомляшка заглючила. Спасибо большое, Self, за подписочку для Селина. Спасибо большое. Аселин, добро пожаловать в ковен. Я просто первый раз и слушала о том, как гранат, как гранат, как гранат хотел взрывать каких-то свиней. А, а здесь мы не будем свиней взрывать. Ну, возможно. <laughs> здравствуй, Балвесия. И Руслан старый. Да здравствуй. Здравствуй. Я видела, ты заф за зафоловился буквально перед самим стримом. Интересно так. Сапку подарили, а зафолловился потом. Вот в какое время интересное живем? Знаете, это как, э, э, как, как, как говорилось, э, ночь вместе еще не повод добав добавлять в друзья. Вот как-то так. Тут, видимо, тоже сапка еще не повод фоловиться. Э, С найтботиком, кажется, чудо всегда здоровается с найтботиком. Сейчас прогрузится. Я грядочки выключила перед стримом, так что должно быстрее прогрузиться. И эти Все отлично, все отлично. Я немножечко на базе пробрал... пробралась. Так, я сегодня могу говорить. У меня немножко повышена температура, так что я могу сегодня в слова. Угу. Надеюсь, я также смогу и в действие. Так что по посмотрим. В общем. Прибралась я на базе, убрала э, машинки, э, которые я думаю мы больше не будем использовать, например Empowerer, все что Empowered, он у всего есть EMC, поэтому зачем? Убрала печки, потому что я не помню, когда в последний раз я их зап запускала, и автоматически этот Empowerer тоже убрала, потому что а чё не? Э, self, а, а я не знаю, как, как, какое-то странное состояние, но мы все превентивные методы сделали. Uh, завтра будет видно короче завтра будет видно здравствуй даркевил uh, и я сжималь <laughs> на самом деле я пожертвовала выходом серии на ютубчик вместо того чтобы ночью uh, кинуть на рендер я ночью оставила майнкрафт чтобы он сжимал uh, сингулярности и он таки насжимал что с голосом где с голосом с голосом вроде бы все еще все еще в порядке с голосом так что нормально Будем надеяться, что флешки воспаления хитрости. Ну, начинается. И, в общем, я дожимала последние две сингулярности, которые мне нужно было. И мы теперь можем что сделать? Вот. Все, у меня задание завершилось. И мы можем эту сингулярность сюда засунуть. И, короче, и ой, все. И ой, все. Не та кнопка. И ой, все. В общем, к чему мы шли, к чему мы стремились. На сегодня есть еще один интересный план. Правда, я уже поняла, что он не пойдет прям так, как я хотела, но хоть что-то мы из этого вынесем, как бы, какой-то опыт. В общем, все сингулярности сделаны. Да, да, и сделаны, собственно, в двойном комплекте, но, как оказалось, нужно делать четыре комплекта как минимум, как минимум, чтобы хоть как-то добраться до чего-то хоть как-то до чего-то добраться, потому что все очень сложно. Местами запутано, и чтобы не просчитаться, надо аккуратненько это все делать. Целью основной будет креативный сундук. Вот основная цель это креативный сундук. И, видимо, после того, как мы сделаем сингулярность, мы будем э -э, даже больше, около пяти, вроде бы получается. Ну, посмотрим, посмотрим. Э -э, там есть чем помимо него заняться. Там очень Интересные нюансы в этом сундуке, это как минимум еще э, недельки две займет, я так думаю. Но сундук это уже можно считать прям совсем end end game, то есть все, там конец, все, крышка, тапки, Финиталя комедия. Вот, так что давайте сделаем сингулярность, зачтем э, заданица. и да -да -дам. Да -да -дам. <крышка> и сделаем еще второй комплект сингулярностей. Uh, вот и из этого будем клепать инфинити infinity. infinity будем клепать четко uh, 9 штук чтобы сделать из этого блок вот infinity в блок не идет а вот как нащупала балбеся хаос uh, к сожалению в блок так infinity в блок идет а хаос к сожалению в блок не идет поэтому оживить и размножить не получится вот но есть другой способ. Хаос слитки в основном идут на хаос планки. В основном в общей своей массе. То есть нужно сделать хотя бы на планку. И э, в результате эту планку она как блок выходит, и ее можно будет ожи оживить. А какой сундук? Креативный, да, да, креативный сундук. Но это прям конец-конец. А кто это тут Ее щупает? Я. И я, и я, злой зритель, здравствуйте. Мне нравится аварить, щупать. Причем тут аварить я как бы, ну, это не, ну она с стандарт-крафтером теперь переплетена. Мне кажется, так даже интересней, столик аварить и какой-то не, не очень прям фонтан. Все, в результате у нас получилось э, два стека ультимативных этих сингулярностей. И это замечательно просто замечательно. И будем продолжать веточки закрывать, потому что, потому что все самые крутые веточки не откроются, пока мы не закроем все до последнего самого мелкого заданица. Поэтому к этому будем стремиться. Поэтому к этому. Угу. Не, ну я честно-честно умею в слова. Честно-честно. В общем, нам нужно 9 слитков. Так? 9 слитков это в принципе несложно. Так что нам для этого понадобятся вот такие штучки. А этих штучек нужно будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девяносто штучек. Всего-то навсего. Ровно девяносто и будем делать. А может зарашим ветку с тюртюльками? Тюр подожди, 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 Даркевил. Вы думаете, я в закадре вообще ничем не занимаюсь? тюртюльки. Они же скучные, как, как я даже не знаю, как, я не знаю, зачем их пихают из сборки в сборку. Нет, возможно, кто-то ими пользуется, вот. Возможно, на, на одном из озонов в книжке ачивок э, я таки не поняла, зачем они нужны были. Полностью с тобой, Балбес, согласна, потому что на одном из озонов в книжке ачивок было задание. В каждом измерении сделать защищенную базу. И мы тогда делали в каждом измерении, делали защищенную базу. Для монеток и раков. Не, ну тогда, тогда я не спорю, тогда я полностью согласна. Сделала. Для монеток и раков сделала. Значит, делаем сейчас и инфинити каталисты. Вот. Вот. Делаем. Инфинити каталисты. Тут вроде бы ничего сложного. Вроде бы. Нам нужно 90 штучек. 90 штучек э, вот таких вот каталистов. Звучит страшно. Нам нужно 30, 30 и 30. Так, так. вот. 64 и, и 26. Ложка умеет считать, <laughs> зато я хитрая и умею в эти штуки. А, погнали собирать, тут ничего сложного. Супчик сделали, мяско сделали. А, начнем, наверное, с них. А, стю, стю. Берем по два стека. А хотя да. А зачем их это разделять? Они же сами инфинити. Infinity... Да, они на что потом не идут. Все, я полностью согласна. Да. Это с инфинити слитками аккуратненько, потому что а, потом эти а, крутяшки идут еще и на другие. Дальше нам нужны мясные шарики. Это то, что касается вещей, у которых нет EMC. Будем как-то от центра двигаться и эти штуки собирать. Enter Перлы. Опа, опа, опа. К, к этому я, я была не готова. Подождите. Здравствуй, Иркман. Привет из пережившей дождину Одессы. Вас там не смыло? Вас там не смыло, а то у вас там любит смываться все, куда не надо. Вы там держитесь как-то за почву. Постарайтесь. Ты, кстати, далеко от берега или нет? Так, значит, нам нужны звезды. Угу. Такие девушки, как звезды. Mm -hmm. Такие звезды, как она. Господи, зачем я это вспомнила? Как она. Да, полная, как она. Раз, два, три, четыре. А, у вас почистили трубы и теперь не заливает. Это замечательно, это просто прекрасно. Тогда я за вас очень-очень рада. Главное не запустить эту перлу на базе. Все, теперь чат начнет петь. И Филин Бабай заказал нам сказку. Так, ты иди спать. Это я не вам. Подождите. Филин Бабай, спасибо за сказочку. Сейчас мы какой-то стишок выберем, но не длинный. Мы не будем проверять, что будет. О, супер, мы этот не читали. Звуці і букви. Звуці ка, край мене селеєт, ідват от ізвор дилбок, влізет в речтами і пеєт, като планинський поток, далі, ні двомата браття, азбука стройно хорце, нізалі буквички злато, з остро паче перце. Скипі прославині знації, букві на слаєвих глас. Вгорські гістіш турбації с обіч із звучих віас, пише видилги редиці. Ниже в белие лист. Буквички, златные пчелицы, птички в небеснотовись. Все. А, лев проснулся. Лев не ложился. Лев не ложился еще. Да рано еще, только 7 часов. Ну, в общем, вот так. Дальше нам нужны флукс первый. Первый. Флакс первый. Перлы. Как взрыв ядерного реактора. Ужас. Я взрывала. Никому не советую. Так себе занятие. В общем, одна звезда на Яндекс, на Яндекс карте. Не Алеве. Не Алеве. Уже уснул. Уснул. Ушел. Возможно, где-то прячется. Ой, смотрите, инфьюзнутая эндерперла. Короче, мои планы меняются. Нам нужен инфьюзер. машин инфьюзер. Пошли делать инфьюзер. 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 Вот этот Инфьюзер. Вот, он берет кристаллички и, короче, обмазывает его по машинкам. В принципе, все машинки RF Tools лучше через инфьюзер прогонять, потому что он тогда будет... А... О, они будут лучше работать. Знаете, что я еще сделала? Оказалось, что у контроллера есть EMC, поэтому вот такой кубик. Не знаю, зачем, но пускай будет. Я что-то в этом сезоне как бы хотела пользоваться АЕшкой больше, и почему-то все как всегда. Ну ничего. А сделала еще вот такой сундучок, который сразу в систему все кидает. Потому что тот, что наверху, он кидает в дроверсы, а этот будет сразу в систему. И сделала 6 вот этих экстракторов и полностью все на Acceleration карды. И работает вообще отлично. Вообще. Просто му, конфетка. Конфетка. Мне нравится, мне нравится. Подключила к этому э, пульверайзер, и подключила вот ту машинку, и все теперь замечательно. Вот, давайте возьмем эндерперлы. Инфузеров нужно два, чтобы заинфузить инфузер. А я просто инфузер поставлю возле ускорялки времени, может? Или, или как-то так. Два инфузера? Не, ну чисто поражать, давайте. Не, ну чисто поражать. Просто ради прикола. Вот тут солнечная панелька у меня стоит. Сюда закинем сам инфузер и возьмем Dimension шардов. Dimension шардов И тогда заинфузим Два инфузера То есть сначала один В нулевом, а потом второй И сразу в двух будем делать Эти Эндерперлы, так быстрее будет Инфузить инфузер А мы возьмем этих Dimension, Не возьмем Вот почему Вот так вот происходит Потому что кто-то сумку не открывает и что? А, 4 стека на полный инфуз машинки. Замечательно. И значит, нам нужно будет сколько? 4 стека этих перлок. У этого есть EMC, у этого есть EMC, у этого есть EMC. Это вот последнее, чего нету EMC. Отлично. Поняла. Замечательно. Ничего против не имею. Плохо, что это крафт, такой shaped крафт. И если я просто накидаю нужные ингредиенты в сетку, то оно не скрафтится. Вот это меня печалит, конечно же. Вот этот момент я пропустила. И что-то про Перлы совсем забыла. Посмотрела на эту звезду, такая... Я готова. Погнали. Я готова делать. Ой, и Кристалл Матрикс... А, Кристалл Матрикс? Я не наоживляла, что ли? Мы сейчас это будем оживлять. А для Перлов тоже не нужен инфузер? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, от слова совсем прям нет. Но зато у нас теперь есть инфузер. Давайте последний с таким закинем. Он нам пригодится. Хорошая машинка. Кто магет? Кто магет в Крафте? Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре сюда. 4 сюда. Что режим? А, капает это другая сборка или режим? Это режим. Тот, что после Титана идет. Да, я оживляла Кристалл Матрикс, просто его нужно будет, наверное, засунуть. А зачем я 4 сделала? А, потому что они идут по... По-по-по. Нет, я все правильно сделала. Они идут сюда. Оживляла, просто нужно будет, наверное, в большой спавнер засунуть, чтобы оно там потыкалось. Думаю, что да. Думаю, что да. Так, дальше у нас. Дальше у нас идет э, просто эндер перлы, да? Мана перлы Короче, все разные перлы. Всех перла. перл Перл. Какой там идет? Черный? Черный. Unstable Pearl. Вот такой вот. Сколько штук? М -м -м, 8 стеков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это вам не хухры-мухры. Это вам как бы. Ой-ой-ой. И раскладываем это по уголкам. Надо было это за кадром. Вот так перла флешка на стриме выдает. Да вообще. Дальше просто эндер перл. И их нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И мана перл тоже восемь. Мана Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чушь их так много-то? Самое главное, ты все ингредиенты в инвентарь не возьмешь. И по Shift-клейку это не выставишь. И в результате что? В результате беда. Тебе приходится вот это помнить, где оно все стоит, куда это все тыкать и как это все распихивать. Жутенько. Я же правильно ставлю, правда? Или нет? Я надеюсь. Вроде бы чисто визуально должно быть так. И последнее, что нам нужно, это нужно обмазать это все Stellar Эллой. И сколько его нужно, сколько его нужно. 24. А нельзя в столик накидать предметы и потом Shift кликнуть? Можно. Тоже вариант кажется, так тоже делали, да? Стеллар. Давайте Стеллара возьмем, короче, полный инвентарь и попробуем шифт кликнуть. Да. Е Ей. Е Ей. энтерперлочки перлочки есть. И теперь нужно еще второй такой комплект сделать. Равновмазать, я бы сказала даже. Смайлик не вышел. Бывает. А если у меня не все вещи есть? Я могу их туда закинуть? Вот как бы. Хорошо. А если я сделаю вот так? Пойдем по вашему совету. Я, правда, теперь забыла, что там есть. Так, у нас есть... Нам нужно 8 черных, 8 синих и 8 зеленых. И 4 фиолетовых. Луикс. Раз, два, три, четыре. Мана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эндер. Unstable. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А у меня почему-то все выпадает из этих слотов с шифтом. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Что не хватает? Ой, кажется, все есть. Нет, там не, там не хватает Стеллара. Э, возьмем Стеллара, полный инвентарь. Стеллара. Ну, так, не полный инвентарь, а так полосочки две с половиной. А ты уже досмотрела заключительное мини-видео? Нет, еще не видела. А ты прям закончил-закончил уже? Какая ты умничка. Ой, я смотри, даже перлышек больше взяла, чем надо. Да, так удобней. Полностью согласна. Закидываем всем, весь мусор в стол. И пускай сами разбираются, что там надо было. Согласна. Так лучшее. Вот, за инфузер. Э, иди отсюда, ты мне тут будешь мышать. Давай мы тебя сюда поставим. Ты стопроцентный? Иди сюда. Супер. Пишешься там как родной. А тебя... Ой, смотрите, у него уже овнер флешка есть, и, короче, оно сюда не пихает. Или сюда пихает. А, сюда пихается. Я не туда пихаю. Сердце вышло из чата. Где? Не тыкай этой штукой в руках. Здравствуй, автор снов. Да, вчера башню построил. Да я сегодня говорю, что-то что я вообще никакая. Я даже не знаю, что я целый день смотрела. Я что-то слушала на фоне целый день. А, слушала интервью Бэткомедиана. Вот. Как вспомню. Интересно было. Очень-очень-очень занимательно. Э, да. На фоне. Так, эндерперлочки можно убрать. Это мы молодцы. Это мы справились. В общем, э, центральные вот эти есть. Нам нужно два стека креативной эссенции. Вот тут могут быть засады. Но я, э, я подготовилась, кажется. Э, инфи... Нет, как она там? Инсейн. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А, нужно еще стек инсейна заказать. Все, я, я вспомнила. Я готовилась, как бы. Я готовилась, но знаете, что-то где-то пошло не по плану. А вот сейчас, сейчас все пойдет прям совсем по плану. А что у нас сегодня по плану? Сегодня у нас по плану э, Infinity-слитки и эксперименты с rf тулсами я, конечно, другую ставку на них ставила, но, видимо, эта ставка не сыграет, но мы пойдем еще одну попробуем. Вы готовились? Я читала. Так, где у нас там камушек? Жаль, что у камушка нету ЭМСишки. Надо его каждый раз отсюда вытаскивать. Итак, и так, и так, и так. Значит, на креативную эссенцию нам нужны вот эти кубики. И самые простые – это незерстаровские, как по мне. Как по мне, незерстаровские самые простые. И нам нужно таких кубиков 8 стеков. Вот. Значит, нам нужно визор вот этих душ 16 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Здравствуй, Яда! Ты уже на работе? Как вы там забавно. Забавно тусили за стульчиками. Мы за ужином вас смотрели. Создать мир из блоков восьмижатого эмеральда, к сожалению, нельзя к сожалению нельзя был у меня другой план ну, в общем ну расскажу раз мы уже начали был у меня план создать мир э, для каждого из тех э, блоков которые не имеют EMC но 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 э, блок абсорбер из RF Tools не кушает ничего из этого и кстати сжатые блоки он тоже не кушает он максимум что может сожать, там блоки эмеральда блоки алмаза и и все вас подслушивать поставили, а под... вы подглядывали. Господи, на... на ноутбуке через весь стол можно сказать, что я просто подслушивал. <с hotels> так. И делаем раз. И делаем раз. На этом все заканчивается. Вот такого подвоха я не ожидала. Вот, вот просто. Вот просто. Теперь у меня неровный счет будет. И как я потом это объясню? Мне кажется, я психанула. Мне не кажется. Ну ничего будет на следующий раз. Э -э -э так, и делаем. А зачем я их столько сделала? Видимо, с запасом еще на следующий. Ну пускай лежат. Пускай лежат. Нам сюда нужно только два. Есть. Шифт-клик сломался, нужно тренироваться. Ну, я же ж, это ж, я же ж. Я всегда. И я вы, выкинула кристалл, да? Крис. Крис, Крис, Крис. Вернись э, в автокрафтилку, мы еще будем док докрафтивать. Насчет э, красной эссенции. Я же ж когда, как вначале делала? Я по чуть-чуть там в сундук закидывала этих черепов. Uh, всякого такого и потом поняла что нет это не выход и короче нужно по серьезному сделать и поставила здесь вот два вот этих сундука и по ходу сюда стоит поставить uh, систему забора да сюда нужно поставить систему забора потому что так не пойдет нам нужно взять эндерчест. Uh, мы прям сейчас сделаем у меня есть маджента в сети Ма -а. Джента. Нету Маджента. Давайте сделаем час с Маджентой, чтобы все кидалось в сетку. Чтобы, чтобы точно успеть циркумфлекс. Чтобы успеть циркумфлекс. Спасибо большое, балбеся! Вот, сегодня точно успеем. И циркумфлекс тоже. Спасибо большое за поддержку. Так что стримим до 11. Вот, давайте сделаем сейчас магента сундучок и будем все кидать э, в сеть сразу, потому что сил больше нету. Эндерчест. Эндерчест. Вот у меня есть э, целая пачка эндерчестов. Также возьмем транслокатор, чтобы то, что у нас есть в том крейте, э, в, в и чтобы оно тоже вытащилось комплекс да они так смешно это все зачитывают так покрасить сначала сначала покрасить и выбросить потому что она сейчас пойдет не в тот сундук а у нас под это не рассчитаны э, ячейки в дроверсах от дроверсах нет от дроверсов не откажусь никогда сейчас она начнет выгружать сюда она сюда тоже умеет но мы еще перекинем и эти. И что, левера взяла? Зачем? Когда? Это поворот. Все. И сейчас у меня будет просто вагон и маленькая тележка этих радостей. Что у тебя? Ну да, тяжело. С транслокатором справляться тяжело. А не засрет систему? А у меня тут... Э, три диск драйва на много-много к. Много-много к. Ой, ВС, ой, ВС, ой, ВС. Вот Google женщины. Да, она ее читает прям как... Здравствуйте. Так. Значит, с этим мы тоже закончили. Что еще у нас тут идет? Интересного. У нас идет нейтрониума по 12. 12 на штуку. Неутрониум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ей. Дальше идет, э, э, идут, короче, рекорд фрагменты. Они просто из пластинок, из любых пластинок они получаются. Но у них есть EMC, то есть достаточно разбить одну пластинку вот те, что у меня в систему не пошли, можно тебя разбить. Вот, прекрасно. Разбиваем пластинку, и сколько там штук, их тоже 12 вроде бы нужно. Много. Много, 12. Она придумывает всякой фигни. Так, это 9, 10, 11, 12, отлично. Не то, не то, не иди туда, не сиди туда. Вот. Вот. А теперь самое интересное, так давайте вот эти закинем, те, что по одному, так? И самое интересное, это что нам нужно кристалл-матрикса, но кристалл-матрикса нужно много. У меня столько нету здесь. Мы сейчас пойдем а, туда, в нашу системку. так? А, и, и закинем туда кристалл-матрикс, чтобы оно спавнилось. Где мы кристалл-матрикс? Вот, Crystal Matrix. Руками бить. Это, конечно, будет э, убийственно. Поэтому поставим это в автоспавмелку. Пускай там будет на одну э, мобинку спавниться меньше, чем нужно. Но, в принципе, вот э, балбеся пощупала этот вариант. Э, и действительно, оно больше, чем есть ограничения на спаун. В чанке оно не будет спавнить, сколько ты их не поставь. К сожалению, вот сюда, в угловой засунем кристалл матрикс и он будет у нас идти в сундук вот спавнится кристалл матрикс спавнится 4 5 штучек отлично нам этого сейчас достаточно будет ой это я зря и он исчез замечательно поняли если поставить блок эту штуку то он исчезнет так что ничего ценного на него не ставьте неожиданно неожиданно хорошо хоть не сломалось все теперь у нас кристалл Матриксы идут сюда они конечно никуда больше не расходятся потому что им нету места отведенного но ну, вот так будет нормуль вот и кристалл Матриксы копится но их теперь нужно распаковать они же запакованы и вот это прям Прям беда. Они же просто так не распаковываются? Не распаковываются, заразки. Давайте будем их так распаковывать. Это закинуть в системку. Как потерять инфинити-блок за 5 секунд? Э, учитесь. Э, даю мастер-классы. Просто... Вот, и нам нужно сколько стеков на одну? Нам нужно э, 8, нам нужно 16 стеков, знаете, это немало. Ручками бить это было бы намного дольше. В одном блоке это около 7 стеков. Значит, нам нужно еще хотя бы вот так вот распаковать. Потому что там не полный второй стек был. Что произошло с этим Майнкрафтом? В плане. А ускорить факторайзер? Чем предлагаешь его ускорить? Перенести его вниз к ритуалу? Не хочу. Там у нас ускоренные факторайзер. А если ты имеешь в виду, что апгрейды ему поставить, ему нельзя поставить апгрейды. У него нет слотов под апгрейды. И киты на него не намазываются. Короче, беда полнейшая. Значит, у нас в полоске идет 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16. Короче, два, два последних должно быть свободно. Майнкрафт <с> надышался озона, да. <с> У него перенасыщение кислородом, короче. Вот так вот. Вот этого вроде бы должно быть достаточно. И если мы сейчас shift кликнем, и мы получим наши эти штучки. Штучки! У вас получим или как? Мы такие получим наши штучки. Смотрите, какая прелесть. Это, это не предел. И мы будем делать еще один стек. Круть. Круть. Ну, знаете, самый-самый круть, это когда мы уже сделаем инфинити слиточек. Прям-прям камень с души спадет. И это прям откроет нам множество возможностей. И тогда сходим и хаос дракона потрогаем за нежные места. А сейчас давайте повторим все наши э, манипуляции и закинем. Это у нас центральные элементы. Ты не центральный элемент. Ты центральный элемент для других. Сборка почти пройдена. Сборка будет пройдена, когда мы сделаем креативный сундук. Тогда действительно, я вот смотрела, тыкалась по рецептам, по заданиям. А в принципе, я намерена 9 слитков инфинити оживить. Точно такой план. Я бы в здравом уме никогда не стала их крафтить каждый раз. Uh, с, таким, с такой длительностью сжимания этих всех uh, сингулярностей, это просто какое-то издевательство оформленное. Я вторую неделю сжимаю эти ин сингулярности. Инфигити, лучше звучит. Ну, очень долго мы сжимаем эти сингулярности, прям вот. Нам нужно 12 нейтрониума. Ну, хорошо, хоть нейтрониум тут. Uh, что я сделала? 12, да. Хоть тронем тут 7 сишкой в этом плане конечно спасибо но там в хаосе я увидела одну штуку которую нужно скрафтить и немножко так прифигела угу. потом я вам покажу такого мы еще не делали такого не было еще ни на одной сборке а, тут тоже 12 кажется <coughs> это в этой сборке они впервые это ввели в принципе интересно но посмотрим как пойдет Не надо, там и так надо пару часов эмбер штуки крафтить на хаос сингулярности. Эмбер штуки. Сейчас будем тыкать, сейчас будем смотреть. Здравствуй, тиммейч! Здравствуй! Косплей Тринити из Матрицы, что похоже, что ли? У нее очки другие были. Я косплею стул. Твой черный стул косплею. Эх, не было бы у нейтроди у моей МС. Ну, тогда бы мы растянули прохождение на несколько лет. Я думаю, это было бы как, как прохождение Петра. Есть, отлично. Не туда, аж на стенку полезла. Замечательно. Это мы сделали. И дальше у нас вот идет Infinity Ingot. И что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас пить? Давайте вынесем его поближе. Uh, в общем, нам нужно 9 слитков. Отделяю 9, 90 этих штучек. Это у нас было 64 и 26. Чтобы сделать их ровненько. 26. 20... А все остальное будем накидывать как есть. Оно потом рассортируется себе удобненько. У Петра бы появился конкурент. Как теперь разведить? Что, тринити или стул? Да, похоже, прическа и одежда подходят. Супер, супер. Не думала об этом, но как бы... Не, она как персонаж мне очень понравилась в «Матрице», да. Я играю второй зон на сервере, там крафт палки оживлялки через жопь. Да и тут как бы не через самые приятные места. Но оживленные блоки нельзя в сафари засунуть. Это косяк вашей сборки, потому что в оригинале в озоне можно втором засунуть в сафари нет блоки. Так и делали. Только так она и проходит. Так задуман. Огороды и палка-оживлялка. Вот какая задумка. Если у вас на сервере это порезали, ну, как бы скажите спасибо своим серверодержателям. Тут я ничего не могу сказать. А, также я накристаллизировала вот этих штучек. Они делают через кристаллизированную печку. Кристаллизейшн печку. Пить есть, есть нет. Беда. Пить у меня тоже есть. Ромашка. Да, это скорее всего, э -э -э но как бы это ломает полностью сборку, сестер. Тогда не вижу смысла играть на этом сервере. Э -э смотрела игру в кальмара? Нет, не смотрела. Я хочу ее с Сашей посмотреть. Как-то как, -то, как -то и вместе посмотрим. Но ну, с малым этого не, это не посмотреть. Это нужно смотреть, когда малый уснет. А всю неделю мы по вечерам стримим. <свзвы> Господи, семья стримеров. Позорище. Э -э 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 вот. Э -э поэтому только остаются выходные. Как они называются? Эти кристалл я делала. Вот, я делала э, много, много сделала. Достаточно, кажется. Если нет, то будем еще доделывать. Зирский, здравствуй. Но как бы про этого кальмара только, наверное, мертвый под камнем не слышал, потому что оно лезет из всех, из всех дыр. Дре. Вот, давайте закинем, пускай еще себе блок делается, точнее стек. 21 век. Каждый в семье стримит. Осталось малого научить. Не знаю, что по этому поводу сказать. Это сделали для того, чтобы не сломали сервер мега-спаунером. И без этих спаунеров сборку не пройти. Ну, поэтому эту сборку играть на сервере одно издевательство над собой. Чувствуя себя мертвым под камнем. Как так? А что за кальмар начинается? Начинается вы вообще не смотрите ничего в интернете. Тогда я вам расскажу. Нет, ничего по сути не расскажу. Это какой-то новомодный сериал от Netflix про корейцев, который сильно нашумел. Вот. Почему нашумел? Не знаю, я еще не видела. Но на картинке выглядит ярко. Я бы посмотрела. Хотя я люблю больше ужастики а не вот такое вот все, но с кровищей тоже ничего. Сойдет. О, нам нужно еще ультимейтов набить. Но это потом. Нам нужно не ты тери Нам нужно стек белой материи. White matter. Это вообще не сложно. И также нам нужно э, белых э, этих э, вейферов. Вейферы я наделала. Смотрите, я постаралась, я постояла и наделала разных вейферов. Так что есть запас. Там кусочек стака кристаллов убежал. Да пускай тут таких с запасом. Я посмотрел, честно, э -э, переоценен. Ну, видимо, он ближе к корейцам, потому что там какие-то их детские игры. Так себе сериал, как по мне. Все предсказуемо и не особо логично. Ой, тогда я не люблю такое. Лучше уже какие-то тупые ужастики. Удачного тебе стримования. Спасибо, что забегал сынов посмотрю прям интересно как ты уже это все домучил вот серьезно эти эти измерения все кто проходил сынов они просто промучили даже зик он уже под под конец сам не рад был этим измерением значит это и это мы сделали так теперь нам нужно ультимейт инготов а вот тут вопрос ультимейт да нужно разжать и наверное засунуть разжать и засунуть да, ну да, разжать и засунуть. Кто игнорит? Здравствуй, FPS. Здравствуй. Знаешь, знаешь FPS? Тут такая шутка у меня как-то в голове родилась. Чаще игроки замечают, когда FPS проседает, когда его нет. А это когда он есть, как бы все просто наслаждаются. Здравствуй, здравствуй. Я не игнорю, я просто не замечаю. Давайте совместный стрим по просмотру кальмара, чтоб меня забани забанили прям <laughs> на корню. Это запрещено правилами. Я знаю, что многие это делают на Твиче, но так нельзя. Так нельзя делать. Так, что мы еще не взяли? Мы еще не взяли э, нейтрониума. По поводу предсказуемости, единственный хайповый сериал, который я посмотрела, это «Игра престолов». И то только потому, что сценарии не боялись, сценаристы не боялись убивать главных героев. Не напоминай. А «Ведьмака» ты не смотрел? <кхм> вот с нашумевших. Я так жду продолжения. Как говорят все, что хотят. Что, что, перший... <плёк> 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 что первый так себе туда-сюда. Генри Кавилл в этих кожаных штанишках. Ой, мама дорогая, и все. Ничего не знаю, ничего не знаю, ничего не хочу слышать. Это был шедевр, и я жду продолжения. Все. Ведьмок, видимо. Геральт в кожаных штанах. Господи. Девять. Инфинити. Елки-палки слитков. Адам. В отпуск пойду, буду смотреть. Месяц остался до отпуска. То там этого сериала на, на вечерочек. Там серии короткие и серии мало. Кто куда смотрел? Я люблю вид от третьего лица. Фанфары, салют, поздравления. Е -е Ей, да Давайте возьмем сафарку. С сафарку. С сафари. Почему? Почему сафари? Моб импризон, импризонмент ту. И ванд. Ван, да... И Вант. Не тот Вант. <laughs> Это тоже Вант, но как бы не тот Вант. Я переименую себя в 2 FPS. <laughs> Тогда никто не будет здороваться, чтобы не накаркать. <laughs> я шучу. Я шучу. Отлично у тебя ник. Не знаю, почему, почему правда 143 FPS, <смех> но... <смех> Грацули, спасибо, балбес, спасибо. Давайте делаем а, жбоник. И мы получаем инфинити-блок. Это прекрасно, это замечательно, это, это серьезный этап в игре. Но мне кажется, вот после того, как мы сделали столик, игра настолько сильно поменялась, я прям-прям не могу. Ему 143 сорок года. Да не-не-не. Инфинити. Инфинити. Ну что начинаешь-то? Есть у меня опыт? Что сразу начинается? Ну, так, блин, как в магазин приходишь, а вам годков-то сколько? Достаточно мне годков уже для всего. И опыта у меня достаточно. Не, не во всем, конечно. Инфинити. Да! Да! да. Вот незавидная судьба у инфинити слитков. Только скрафтили, сжали в блок, стукнули по голове, отрастили ноги, засунули в замкнутой пространстве и начали размножать. А разве не в размножении как бы прелесть? Что делать, если призрак кушать? Крест кушать? Не знаю. Не знаю Курай секс. Вы страшные игры играете в прямом смысле. У меня хотя бы все понятно. И блоки не пытаются меня проклясть. Только я их. Так, давайте а, а, отсунем. Отсунем. Отставим. Вытащим. А засунем это. Отсунем, отставим, вытащим. Все нормально. А что, тут не всосало сбоку, да? Жги! Какие они красивые! Пошли им выделим этот бочоночек. Выделим и бочоночек. Будем делать много инфинити. Интересно. Не, 143 месяца это мало. Это мало годиков. Хотя... Не, мало. Ложка уметь говорить. Я говорила в начале стрима, что у меня немножко повышена температура. Я, я... Я очень могу говорить. Давайте мы сюда... Мы сюда засунем больше апгрейдов. И засунем void апгрейд. Короче, я буду первым э, человеком, который на озоне Войдить Инфинити. Хочется почувствовать себя, знаете, вообще всесильным, всевластным. Войдить Инфинити. Кто еще такое делал? Никто. Вот так. Я буду Войдить Инфинити. Здравствуй, Хамикадзе. У-у-у, озоне. Да, озоне. Если в 12 лет на магистратуре, то я Вундеркинд. Не, просто Шелдон Купер. Смотрим, кстати, с Малым вот, за, за ужином и смотрим э, молодого Шелдона. Что-то серии давно не было. В Старбаксе есть фирменное печенье из игровых кальмара. Какое печенье? Я знаю там только про конфетку. Хамикадзе? Да, хамикадзе. Хамикадзе. -а философ, ты хочешь пофилософствовать на эту тему. В общем, мы сделали слиток, и это прекрасно. Это просто обалденно, обалденно. Следующим как бы этапом идет хаос слиток, и он выглядит страшно. Тут, кстати, фейдинг метр, но если мы засунем в нашу автоспавнерку сжатый эмираль, то этот фейдинг метр нам вообще по боку. Раздразнилась флешка Майном, запустила Майн, забыла, как открывать инвентарь, расстроилась. Еще столько же его трогать не буду. Лиса, что тебя расстраивает в последнее время? Рассказала про рисовашки, ты зашла, расстроилась, показала Майнкрафт, ты зашла расстроилась. Ты не расстроивайся. чуть ты это? Че? Ничего страшного нет, все можно вспомнить. А вот хаос, вот эти каталисты, это знаете, такой интересный момент. Очень интересный момент, эти хаос-каталисты. И это я вам скажу не на один вечер занятия. Не на один. Жуть, 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 чайшая. А что тут э, тайм-абсорбер? Опа, опа, опа. А он э, с каким-то временем должен быть или просто тайм-абсорбер? Ужас крафт. Крафтом ужас. В общем. Мы с вами добрались до этой э, штуки, и в принципе у нас теперь есть инфинити-слитки, и мы можем браться за инфинити-штуки. Э, Но тут такие идут э, опять каталисты. Они собирали со всех модов запчасти до кристалла? Точно. У лисы хандра только не оседняя, а возрастная. Это какая такая? Это какая такая возрастная? Лиса, ты это брось. Ты это брось. Хандрить. Молодая лиса с молодым мужем. Никто им не мешает. Вы не тем занимаетесь. Как бы осенью есть намного больше приятных занятий, чем хандрить. И для сердца полезно. И настроение повышает. И самооценку. Каталисты только сундуком размножить можно будет. Чтобы сделать сундук, давайте мы посмотрим на всю ситуацию плачевную. Чест. Чтобы сделать креативный сундук. Подождите, я не так ищу. Креатив, чест. Вот, так, так лучше. Чтобы сделать сундук. Кризис молодого возраста. У меня такое было в 15, когда там тебя все обсыпало, ты не понимаешь, что происходит. Вот это кризис молодого возраста. Мы можем с тобой поговорить на эту тему. В общем, смотрите. Смотрите. Все печально. Ну, не так, чтобы печально, все очень интересно, и мы через это прорвемся обязательно. У нас все получится. Мне очень нравятся вот эти кусочки камня начальные. Нам нужно сюда 8 хаотичных планков. М М М планка это не так где люди стоят в планке и страдают это хаотичные планки видимо в хаосе стоят в планке и страдают и вот тут уже даже интересней чем в самом хаотичном э э этом потому что тут происходит что-то такое что что у меня просто даже в голове не укладывается во-первых нужны все креативные штуки которые только есть во-вторых тут какие-то странные металлы Аристотель. Четыре. Ну, хотя бы четыре стою у этого есть TMC. В общем, все очень сложно. Полный хаос творится. И, но самое страшное... Не, ну, блок-то можно будет оживить. Блок можно будет оживить с этим мы справимся. Но самое страшное, что нужно сделать все креативные штуки. На все креативные штуки идут хаос инготы, поэтому нужно сесть, посчитать все креативные штуки, выписать, сколько нужно хаос инготов, и потом уже посчитать, сколько нужно хаос каталиста, потому что во всем хаос каталисте самое сложное это инфинити каталист. Дальше мы справимся. И с этим справимся. Черт с ним, с этим хаос драконом, мы с ним справимся. Самое главное, сесть и посчитать. Я посчитаю, когда будет голова варить. Мы разберемся, мы прорвемся, у нас все получится. Женщина всегда, восем... всегда 18 с хвостиком. Да, даже если коротко подстриглась, хвостик все равно есть. А что там, Тимач? Какие страшные крафты. Я только модулярку построил. Построил. Похоже... Лучше пока смотреть флешку в записи, чтобы не пугаться ранее. Что вантов анимейшн? Ну, драконыш мы не оживим с вантов анимейшн, и кристалл мы не оживим с вайдом анимейшн, и хаотический кор мы не оживим. Ха а оживить можно только блок. И хаотичный блок действительно можно оживить, и к этому будем стремиться. Вот это еще интересно. Не, не сильно интересно. Это очень легко. В общем, с этим мы разобрались. У хаотичного ядра нету AMC? так, стоп, -э, стоп, -э, стоп, -э, стоп, -э, стоп, -э, стоп, -э, стоп, стоп. -э. Есть! О, дракон нужен только один. <laughs> все понятно, все понятно. Дракон нужен один. Ей! Победа. Крафти Want of Animation? Че-че-че? че че Сделаем еще один. И что нам стоит? А что нам стоит сделать еще один? Да, вообще без проблем. Вообще без вопроса. Вот этих штук у меня хоть обмазываются. У меня целый спавнер этих антилионов. Э, с оживлялка. Первый сложно сделать. Э, здесь сундуки нельзя оживлять. Кстати, когда была бета, еще можно было оживлять машинки. И все, что я видела, короче, люди оживляли вот этот компрессор. Я сделала еще три. То есть у меня здесь два, и у меня еще три компрессора, вроде бы есть. Или два компрессора. Еще три, да. Просто очень долго, на самом деле. Но, ну, по закадру еще. Что как бы? Все равно его не брошу, потому что он хороший. В общем, с этим мы пошуршали, мы дошли до инфинити. Что, что мне остается? Остается мне двигаться в сторону вот этого безобразия. Но давайте потихонечку, потихонечку. Для этого безобразия нужно двигаться вообще в разные стороны. Я хочу сегодня закрыть веточку с RF-тулсами. Я уже говорила, какая у меня была идея. Сейчас я вам покажу, что она не особо работает, но мы пойдем чуть-чуть в другую сторону. Все равно мы должны сделать эти машинки. И я думаю, что какую-то пользу мы с этого получим. А потом вернемся к Infinity и начнем собирать что-то вокруг э, этих хаос-слитков. А, вот. Каталистов у меня осталось 38. Это вообще ни о чем. Нужно будет хотя бы прикинуть, сколько это всего нужно. В глазах флешки страха зазнания сделаем еще. Ладно, пойду смотреть стримы крутой ютуберши на канале женские игры. Хорошего просмотра. Спасибо, что забегал. Так, мы пойдем делать машинки из RF Tools. Что у нас тут по заданиям? В принципе, создание миров из RF Tools, оно прекрасное, но почему-то... В этой сборке столько возможностей у тебя сразу открывается. Хотя я, я и на втором озоне не сильно этим заморачивалась. Где мой RF Tools? Вот мой RF Tools. Мы уже с вами сделали крафтер. Мне предлагают сделать еще Modular Storage. И Modular Storage, по большому счету, очень хорошая штучка. Не был бы тут такой замороченный крафт вот этих машин-фреймов э, начальных. Вот. Было бы вообще. Сколько у меня этих фреймов вообще есть? Фрейм. Это что, последний, что ли? Uh -huh. Прикольно. Давайте доделаем еще фреймов. А, а если так жмакнуть... Ой, такие еще есть, да? Или это последний? Окей. Okay. Modular Storage. Прикольная штучка. В него также делаются карточки, как в АЕ. Вот. Они несложные. И я этим Modular Storage пользовалась активно. На втором озоне тоже, если я не ошибаюсь. Нет, на первом озоне. Да, на первом озоне я его хорошенечко так пощупала и прониклась прям ним. А потом они добавили вот эту прекрасную штучку, этот Storage Scanner. RF Tools. И Storage Scanner прям покорил мое сердечко. Я не знаю, почему я раньше на него не смотрела, но теперь это топчик. А фрейм можно оживить? Мне нравится ход ваших мыслей. <laughs> Мне нравится ход ваших мыслей. Если его можно поставить, то его можно оживить. Просто не все можно поставить. Um, так, 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 так. Моб. Импризмент тул. Ты пустой, пустой вроде бы. Тебе можно поставить? Его нельзя поставить. Это, собственно, и печалька. И тяльку. Так, карточка первая окей. С первой мы делаем вторую. Она просто увеличивает свое вместилище. Вот теперь она может хранить себе 200 стаков. И потом делаем третью. И третья уже может хранить себе 300 стаков. И в принципе эта штучка работает достаточно просто. Мы ставим этот... Этот. Ставим куда-то сюда карточку. Вроде бы. Вроде бы так. И давайте что-то сюда накидаем. Ну, я не знаю, там. Вот так вот. И все. Мы можем здесь и поискать, и покрафтить сразу из инвентаря. В принципе, очень удобная штучка. Очень удобная штучка. Для начала игры просто прекрасная. Просто здесь Ref Tools достаточно далеко залочен по прогрессии. И поэтому в начале он не сильно доступен. А мы точно про языки? Про язык. Про какой язык? Где язык? Я помню, ты его использовал на втором озоне. На втором тоже? Отлично. На первом точно я его использовал, это я помню. Посреди платформы. Второй был у нас на Грибном острове. Вот, я так их различаю. Первый был просто в небе, а второй на Грибном острове. И мне кажется, из... Мне кажется, второй мне прям сильно понравился. Или первый сильно. Я не помню, я все их любила. Отлично, с этим разобрались. А дальше. А дальше все идет именно направленное на создание миров. На самом деле в RF Tools есть намного больше различных штук. Тут вам и шилды, и эти штуки, которые регулируют environment вокруг вас. Штучка может вас и кормить, и регенерировать, и ускорять. Короче... Больше всего этими штуками, кажется, пользовались на гори... новых горизонтов, когда сервер Рамон создавал и там с Нику вместе жили на базе, и там этими пользовались штуками. Вот, короче, крутой мод, но здесь почему-то он достаточно так э, узко представлен, хотя при таком количестве модов сложно что-то представить по пошире. Вот погнали, погнали. Что нам понадобится? Основной ресурс, который нужен в путешествиях вот в этих мирах, падает с эндерменов. И давайте сходим в нашу моб-грандилку и заберем там кое-что. У меня, конечно же, опять нету опыта, что ли, чтобы телепортнуться. Я уже могу сделать телепорталку из этого, из драконика, но все оттягиваю этот момент. Почему? Потому что ленивая. Угу. Опять вы тут вылезли. Сидите, идите сюда. Не, ну набежали. Мелочь пузатая. И ты тоже. Иди. Чего они вываливаются? Надо коробочку больше сделать. Я явно ее маловато я сделала. И, собственно, вот эти штучки, которые падают с эндерменов и которые нам понадобятся. Не сильно много их, кстати, падает. Могло бы и больше быть, но надеюсь, нам этого хватит. Вейстоуны лучше не переименовывать, просто перенестись. Ну, тем более они уже стоят, как бы. Поэтому, да, лучше. У меня мини-карта мобов скопировала оттуда. Вот, этим мы сейчас будем пользоваться. Что нам понадобится, точнее, что мне говорят, что нам нужно будет. Во-первых, нам понадобится... Вот, Димлет... Димлет Workbench это прям начало. Начало-начало. Давайте откроем парочку этих. Есть? Ой-ой-ой, они сразу все замусоривают. Вот. Димлет Workbench прекрасная штуковина. Возможно, мы ее даже заинфузим. Салюты. По какому поводу? Интересно. Интересно. Можно тебя заинфузить? Ты будешь лучше работать? Давайте заинфузим. Что-то заинфуженный этот не стал лучше работать. Может, он энергии, конечно, меньше потребляет. Что здесь пишут? С помощью workbench вы можете деконструировать димлеты в... на их составляющие. Инфузия. О, -о, О! Инфузия повышает шанс получить всех частей, которые были в этом димлете. Это прекрасно. Так что инфузить есть такие смысл. Вот это все э, димлет запчасти, а есть еще type контроллер. Короче, димлеты можно разбирать, сбирать и всячески, их, всячески с ними извращаться. Тут, конечно, их не всех показывают вроде бы. Да, их с J убрали. Вот, вот, это уст... отста оставили. А вот то все убрали. Бяки. О чем вы там? О чем вы там? Лиса, Саша, я потеряла нить вашего разговора. Полностью потеряла нить. Шо где? Вот и я спрашиваю: Шо ни о чем. А да, расскажете? Сидят тут, воркуют и не рассказывают о чем на каком-то своем запутанном языке. Так страшная штука. Я думаю, не здесь тебе нужно ставить, потому что ты здесь мне будешь лишь мешать. Мы тебя вот здесь поставим, и тебе этот. Койл, койл ткнем, чтобы ты постоянно работал, а не только ночью или днем. Обсуждает кризис, кризис, кризис молодости. Хорошо. Сюда влезает неограниченное количество вот этих штучек, насколько я поняла, или же по стеку. Хотя не знаю, получится ли у меня по стеку. Так что давайте все раскроем и закинем их туда. И сбоку показаны те, что мы можем крафтить. Какой прекрасный звук. Не туда, не туда, не туда. Вот сюда. Вот. Так мы получаем все составляющие. Сейчас будем с ними играться. Я думала, что с эндерменов больше нападало. Молодая лиса пробует перетроллить старого тролля. Какая жалкая и нелепая смерть. Либо с ним даже спорить бесполезно. Как будто звонок сломался у кого-то. Еще чуть-чуть, самая малость. Ей. Главное не выбросить эту всю прелесть в мусорник. Так, все. У карточек вот здесь все возможные карточки, которые можно скрафтить. Потом эти димлеты вставляются как бы в э -э формирующие эту штуку, и составляется карта мира. А, вот. У димлетов есть крафты. И крафты есть по уровням. То есть вот это количество э, молниек, не, не, на этих, вот, вот, видите, на 4 молники, на 2 молники. Это показывает уровень. Например, если бы я хотела сделать мир, э, вот, если бы я хотела сделать флэт мир. Вот я бы хотела сделать флет. Где флэт Кейв клин можно сделать. Dance caves, huge orbs, lakes, liquid orbs, mais, no dimly, no. А где флэт Пирамиды вижу. Не вижу флэт Tendrils, Vulcanus. Можно даже океан сделать вот на, на жидкости. В общем, в общем, это мы сделали. Теперь у нас есть где хранить эти карточки. Но это не самый главный источник карточек. В принципе, из этих коробочек выпадают не самые крутые. Самые крутые карточки можно найти в измерении, в любом измерении из RF Tools, даже самым рандомным, самым простом. Там встречаются такие домики, если их грабить, там находятся самые прям топовые карточки. Либо же эти топовые карточки можно разобрать и с них получить топовые составляющие. Вот так можно здесь разбирать экстракт, и оно будет экстрактить. Я-то думала, мы флиртуем, а мы друг друга перетроллим, пытаемся. Разница поколений. Да он просто старый солдат, он уже разница между троллингами и флиртом не ощущает. Ищем флет в поиске я искала вообще фичерс флаг uh, точно спасибо да я могу я могу вписать uh, а у меня фуфзы отображается все в цвете фуфзы фуфзы так погнали что нам дальше нужно сделать нам нужно сделать обязательно это потом Dimension Inscriber. Dimension Builder, наверное. С билдера начнем. А, вот-вот, вот-вот это прелесть. Короче, билдер тут не так прост. Билдер. Uh, uh, в билдер нужно uh, запихнуть... Ой, oh, индукшн кейсинги. Но ну, индукшн кейсинги это не сложно. Индукшн кейсинги это вот. Uh, нужны вот такие штучки. Это, собственно, матрешка из механизма. Так что сейчас будем записывать э, рецепты. Э, механизм. Механизм. Погнали записывать рецепты. У меня тут достаточно формочек. Вроде бы достаточно. Нет, не знаю! Форлендер. Долой старость. Даешь древность. Да подождите, еще пару годиков. И, -и будет. Не будет древность. Значит, нам нужно э, Ultimate Induction Cell и Ultimate Induction Provider. Э, делаем жмаки и, и записываем. А я вот не помню. Тут hello. Э, э, разрешить замену. Разрешить замену. Мне кажется, э, да, надо. Вот. Так, дальше нам отсюда, нам отсюда, мы по этому пути пошли, нам нужны вот такие элит-штучки. Вот. Элит штучки. Есть. Потом вот такие штучки. Красненькие. И зелененькие. Зелененьких все начинается. А чё? что за пылька? Литиум даст. Есть у меня такая пылька. Хорошо. Теперь смотрим на батарейки. Зелененькая батарейка делается. Оу, а вот тут может быть засада. Зелененькая батарейка делается вот так. Также помимо зелененькой батарейки нужны вот такие батарейки записать. Этого вроде бы всего и достаточно есть. И также нужно записать крафт вот этого. Вот это вот, вот засадка, потому что вот этого может не хватить. Я что-то просчиталась. И... Ну, фреймы мы закинем. Фреймы мы закинем, оно покажет, что фреймов не хватает, и фреймы мы закинем. Что ты тут не показываешь? А что он это не показывает? Что здесь такое, что он не показывает? Батарейку он не показывает, кажется. Очень интересно. Мы записали эту. Это Basic Energy. Basic Energy Cube. Потом нам нужно сделать Advanced Energy Cube. И потом нужно сделать Elite Energy Cube а потом нужно сделать ультимейт Energy. Нет, уль, уль, нет, уйди. Потом нужно сделать вот ультимейт энерджи куб. Жесть. Биокабанитас. Ня, эти фреймы можно оживить. Какие конкретно? Вот эти стил. Стил кейсинги можно оживить. А ну давай попробуем. Стил кейсинг я могу сделать. Его можно поставить? Его можно поставить. Спасибо! Кстати, все части, наверное, можно оживить. Да нет, сама, одна, проблема только в этом. Сейчас мы его засунем в Ванд. Ванд и в... И в... в, в моб. Oh yeah. Хамикадзе! Большое спасибо! Хамикадзе дарит подписочку. Биокабанитесу. Спасибо большое. Биокабанитесу, добро пожаловать в Ковен. А хамикадзе сердечко. Спасибо. Да я вам это говорил, когда палку только сделали. Так не все можно оживить. Мы только что пробовали другой этот оживить, и он не оживлялся. Потому что оживить можно только то, что можно поставить. Вот. А не все можно поставить. В этом проблема. Пошли тогда в тот мир и засунем эту штуку в спамилку. к сожалению, не все ставится на землю. То, что можно поставить, конечно же, конечно же, будем оживлять. Потому что почему бы... Ой, не влететь, не влететь. Сейчас меня все влетит. Навлетало. Уйди. Тогда, тогда вот эту карточку можно очистить. Это нам тогда не нужна карточка. Мы засунем сюда этот моб и будем оживлять фреймы. Да, погнали. Супер. Супер. Переназвать? Да, пускай. Какая прикольная хрень на ножках получается. И не говори, они все такие прикольные. Хрени на ножках. Когда ты только палку сделала и спросила у чата, что оживлять, они тебе про этот фрейм говорили. А -а, а, а я про другой подумала. Я думала про. А про какой я Возможно, про этот. Короче, я не запомнила этот момент. Спасибо большое, что еще раз напомнили, что у вас хватает терпения каждый раз мне напоминать то, что я забываю. Хорошо, с фреймами понятно. Это мы сделали вот эту цепочку. Так. Да? Давайте мы его попробуем заказать. Ультимейт. Мы сейчас попробуем попробуем его заказать. Где у меня есть слоты? У этого есть EMC. До свидания. Тен, 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 тен. Есть EMC, есть EMC, есть EMC, есть EMC. Тен. Невидимые штуки. Все влезло, да? Все влезло. Нужно будет еще интерфейсов поставить. Так. А вас? А вас почистить. Тан -тан -тан. Еще пригодитесь. Надо больше этих интерфейсов поставить, да? И крафтинг матрикс тоже нужно поставить больше. И значит, что мы будем заказывать? Мы будем заказывать, мы по, по крайней мере попытаемся. Ультимейт. Ультимейт. Вот такую штучку. Да? Next. И что мне показывает? Не хватает 85 Basic Energy. Я не записала крафт Basic Energy, что ли, да? Сейчас запишем Basic Energy Cell. Да, я ее записывала. Не записала? Окей. Один не поставлен. Вот этот Basic, видимо, не поставила, да. с таким найтботиком вспомнила, что нужно срочно купить вот на жратеньке отличная отличная идея да коробочку под фреймы есть и обязательно туда войд запихнуть, потому что нам столько их не нужно войды 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 в общем готово и теперь ну теперь попробуем Да, и теперь просто нужно закинуть э, циркуитов разных, разных и по много. Циркуиты. много, много, много. И еще раз, много. Может, не прям столько нужно, но пускай себе будет. Вот, отлично. Крафтим? Крафтим. Крафтим одну эту штучку. Next. Start. И это займет у нас сколько времени? Ну, целую минуту это при моих мощностях крафтовых хорошо давайте тогда интерфейс а что у интерфейса нету mc от когда интер а есть может здесь интер вот это поворот вот это поворот. Нет, у MC... есть и MC у интерфейса, но почему-то у меня... Да, я его не изучила. Вот это я негодница. Прям капец какой-то. Поставим его с этой стороны. Ой, у нас, смотрите, у нас еще две стороны. Блин, как оно круто делает. Никогда, кстати, не наблюдала, как оно крафтит. И не буду. Выход есть всегда, надо его просто нащупать, надо выход щупать, да, надо выход щупать и все будет хорошо. Так, теперь, теперь записываем крафт другой страшной штуковины. Как хорошо, что есть автокрафт. Вы себе представляете, это руками крафтить? Прям меканизм. Механизм. Мы делаем вот эту штучку, а теперь нужно Ultimate Induction Cell. Вот эта вот красотка. Подтаенный процесс крафтинга. Да, красиво так вообще. Ну, погнали. Жмаки. Жмаки, я сказала, да? Сказала, жмаки. Хорошо, это записано. Нужны такие элит-кондуиты. Элит-кондуиты. А, и э, кубы у нас записаны. Здесь у нас будет меньше рецептов. Хорошо, хорошо. Тогда элит-кондуиты жмаки. Эдвенс-кондуиты жмаки. И эти жмаки. Надеюсь, литиума там хватит. С возвращением. С возвратом. Дейзи фетишист ушей? Замечено не было. Но возможно, как бы. Каких ушей? Каких ушей? Ты же леса. У тебя по дефолту красивые уши. Ты что? Значит, нам нужно ультимейт. Ультимейт. И наша это уже скрафтилась. Вот. С зелененькими мордочками. А теперь нам нужно сделать такую ультимейт. Не, одну, пожалуйста. Одну. Я думаю, одной будет достаточно. Так. И нам не хватает электротин. Вот этот номер. А у электротина есть EMC? Э -к есть, к счастью. Самая часто произносимая мной фраза. Глаз не дергается. Рано еще. Интересно. Так, next. Все, отлично. Все у нас замечательно, все схвачено. И крафтится эта штука тоже будет минутку. Это со всеми этими ускорителями. А, надеюсь, флешка не решит, что ей надо перечитать весь диалог. Нет, конечно, вы же там о своем. Вы же не ко мне обращаетесь. Где можно эти ушки увидеть? О, началось. Началось. Хомяки интересуются. Кстати, хомикация э, лиса очень любит хомячков, шиншил и так далее. Кстати, флешка. К чему? Кстати, к ушам, к хомякам. Или к разговору, который мне лучше не видеть. Давай, давай. А ты видела лисий боевой раскраски? Это, это, какая, это какая боевая у нас? Я знаю, что у них есть летняя раскраска и зимняя раскраска, а боевая это какая? А лису можно увидеть впр... да, в Инстаграме. В Инстаграме лисы. Я, правда, не знаю, есть ли где-то ссылка какая-то. Или она у тебя спрятана. Я не, пом... не помню, как я туда попала. Да не сильно много там лисы. Там больше хомяков. Там мало лисы. Хотя кто бы говорил. На весь Инстаграм одна фотография. Да. И... Мне кажется, Инстаграм сильно переоценен. <свят> Он мне быстро наскучил. Уже в который раз. Это уже третий раз. Боевая это в чулках и т.д. <свят> Такое лесу я хочу видеть. Такую лесу я бы посмотрела. Но мне не показывают таких лес. Там леса в новом цвете. Mm -hmm. В общем, мы готовы к билдеру. Мы готовы к билдеру, ребятки. Жупоньку. Yay. Dimension Builder! Красота! Знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно э, где-то выделить этой штуковине э, полосочку. Э, вот. И я думаю, это там делать. Э, да? то у нас еще остались толстые трубы. Остались толстые трубы. Этой штуке понадобится много энергии, поэтому давайте все делать. Вместо Инстаграма у флешки есть стримы. Это да! Это да. В общем, в этой штуке мы будем машинку билдить. Инфузер мне меня засчитался. Хорошо. Дальше нам нужен э, Dimension Inscriber. Это, собственно, э, штучка, в которой мы будем собирать наш, э, нашу карточку измерения. Э, жмак. Еще не хватает? Всего не хватает. И теперь этого хватает. А я могу так сделать? О, могу так сделать. Нет, правда, электропластин не хватило, Ну, в общем. Я могу шифт кликнуть их. Uh, черный, черный, это есть. Хорошо. Нам нужна какая-то шестеренка. Uh, dark. Дарк. Такая что ли она? 네? Ну, Держу ну, ее. Держу И также нужны какие-то платки. Это, собственно, advanced циркуитки. Чичиерд. чичи чи чичиерд Сколько их там нужно? Два? Совсем про них забыла? а они про меня нет. Их, к сожалению, не оживить. Циркуитки эти. Раз. Но, к счастью, все есть. Да, отцепляйся ты. И... Есть. Есть инскрайбер. Замечательно. могу устроить для флешки фотосет, но при условии, что Дейзи будет страдать, ничего не видеть. Ну, тогда не надо. Тогда не надо. С подачи Дейзи у меня посыпались уведомления о лайках в Инсте. Видишь, видишь, кого нужно этим продвигатором Инстаграма нанимать? Он тебе продвигнет. Продвигнет куда надо Инстаграм. Хорошо, с этим мы тоже разобля... разобрались, это сделали. Вот, дальше идет другие две машинки, и вот, э, честно говоря, э, да, эту штучку тоже нужно ставить в обе стороны. У нас в принципе есть возможность возвращаться каждый раз, нам не нужно будет ставить, когда мы телепортируемся в мир, там уже есть э, один. Вот этот, я, правда, не помню, какой. Кажется, ресивер там стоит только. Он автоматически там генерируется. В общем, нам нужно дайринг девайс сделать. Э, это штука, через которую мы будем созваниваться с нашим измерением. Я надеюсь, что все на это есть. Я сильно, сильно в себя поверила, называется. Так, есть. И чего еще нету? Нету платинум шестеренок. Видите, я достаточно поздно берусь за эти измерения, поэтому у меня прям совсем все есть. Но так я бы уперлась здесь, например, в камушки из планет. Очень крутой цвет, прям огонь. Не, ну что вы творите? Что вы творите? Я же сейчас полезу. Ну, взяли и раздразнили. Киньте, вот теперь возьмите и киньте ссылку в чат. Ну, с разрешения лисы, конечно. Потому что нельзя так чатик дразнить. Как так можно? Ёлы-палы. Ничего себе! Ничего себе! Ну, подпись в стиле лисы. Дейзи Модер пускай кидает. Но он только и может, потому что Модер просто твое разрешение попросила. Все, кидай ссылку. Жги! Это прям такие жги, все. Я, конечно, знаете, иногда задумываюсь о цветных волосах, но я пока что... Мне кажется, я в свои 50 решусь на какой-то малиновый. Вот, реально. 50 малиновой гарантированно. Зуб даю, если что останется. Но пока что я не готова к этому. Так. И нам нужны empty dimension табы у, у них есть и MC шка Дай. Дай, дай, дай. Dimension tabs. У них есть emc шка поэтому одну возьмем изучим. Они, конечно, не страшно крафтится, но... Хорошо. И взяла и уничтожила. Возьмем себе. Они еще по чуть-чуть стекаются. Отлично. Вот, и чатик говорит огонь. Во, Во. Ша, новые лайки с моей подачи. А так фотосет. Так без меня. Э -э Здравствуйте, Денис. Шумем. Шо мем. Шо мем? Здравствуйте, Денис. Вы, если я неправильно читаю ваши ники, вы просто представляетесь в чате. Не злитесь, не расстраивайтесь, просто стримеры не умеют в ники. Но это прям правда Твича. Ну, ну, ну так оно есть. Ничего с этим не поделать. И, и в общем, зачем на кого-то обижаться, если можно просто написать, как вас звать? А, и также нам нужен Matter ресивер Тут просто только порядок эндерперлов меняется: то снизу, то сверху. Хорошо. Плюс еще один момент. Так это же через 30 лет. Ну, не через 30. Не через 30. Это ближе, чем вам кажется. Но да, время у меня еще есть подумать над цветом. Вот. И последнее, что нам нужно сделать, когда мы хотим по измерениям покататься, попрыгать, нам обязательно нужно сделать штучку, которая будет запитывать. Вот. Короче, щит для нас запитанный. Хотя я не думаю, что у меня будут проблемы с подачей питания на, на само измерение, потому что у нас реактор и база подгружена, все должно быть замечательно. Но если вдруг вы находитесь в мире и у вас закончилось электричество, вас убьет. Я не знаю, что случится с вещами вашими. На самом деле, я ни разу не пробовала этого варианта. Но это крайне нежелательная штука. У вас без предупреждения. Предупреждения не будет. Просто убьет и все. В какой броне вы бы не находились. Поэтому лучше, конечно, себя обезопасить. И нам нужно вернуться в Р.Ф. Tools. И в результате мы закроем свою ветку. Сделаем парочку измерений. И, и попробуем сделать свое измерение, которое я задумала. Не знаю, получится или нет, но мы попытаемся. Потому что если не получается с блоками, то можно сделать жидкостное измерение. Почему нет? Charged Porter. Засчитать. Advanced Charged Porter. Он может места запоминать. Такой, знаете себе, недудраконевский портатор. И вот этот щит. Вот щит мы с собой будем носить. Тем более, что у нас есть батарейка. Мы сейчас это вообще в панельке зарядим. Быстренько. И в результате что? В результате мы закрыли с вами ветку. Замечательно ли это? Да вообще офигительно. Вущ, я бы сказала. Полный вущ. Копим эти раки, даже не знаю... Я бы сказала, да куда они? Но не, не буду. А запись стрима понедельника будет на ютубе? Да, я в начале стрима говорила, что я пожертвовала как бы рендером стрима ради накопления сингулярности, чтобы мы сегодня таки сделали инфинити. Будет с запозданием. А это щит? А то я скрафтила и выкинула. Да, это щит. Да, когда путешествуешь по этим мирам, лучше его иметь с собой. Если вдруг что, раки до филейной части, да в украинском прозвучало бы вообще идеально в рифму. Стример говорит в рифму, даже без баллов канала. Вот. И так как у нас есть вот эта супер батарейка, то он еще прилично, приличное количество времени будет под заряженным держаться. И это прекрасно. Вот. Сейчас пойдем и сделаем первое измерение со себе пустое. и полетим, посмотрим, что там. Не сюда. Не надо сюда. Сюда давай. Нельзя в рифму, а то модер забанит. Да, <laughs> да, да. Да, 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 да. Вот сюда под стеночку потянем. Что у нас по чанкам? F9. Ага, просто под стеночку. Хорошо. Вот сюда доведем проводочек. Проводочек у нас самый мощный из всех возможных. И, по сути, у нас должно машинок быть. Э, в принципе, у нас Dimension Builder главный. Э, и э, Dialing Device. Dimension Builder, Dialing Device, и потом вот эти две штучки должны стоять. Это прям самое главное, что здесь должно стоять. Так, так. По сути, это 4. И пятая машинка так. Придачу здесь будет. значит выставляем у нас builder dialing device дальше receiver трансмиттер а сюда поставим uh, inscriber вот замечательно в inscriber кинем первую нашу платку и просто inscribe все она засветилась она пустая замечательно у нас есть возможность сделать таких рандомных миров. Кажется, сколько там? Сколько этих карточек есть первых? Сейчас я вам скажу. Вот, их можно сделать... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Семь штук. Просто во все последующие нужно вставлять хотя бы одну карточку. Нет, это рарити. Подождите, я вас обманула. Это не то. Где они? Dimension что-то там. Dimension что-то что, что кто-то там. И я их не вижу. В упор не вижу. Очень интересно. Но это эти карточки. Это уровень их. Видимо, их здесь... Как они называются? Они тоже номерные. В общем, нужно хотя бы какую-то карточку сюда кинуть, чтобы она не была... А чтобы она не была... Совсем пустая, потому что создастся такое же. Закидываем эту штуку в билдер. Оно наполняет энергией, потому что она очень маленькая. Создание стоит всего лишь 1000 рефки, и кушать оно будет буквально 10 РФ в Тик. Вот, сейчас оно наполняется. И когда оно заполнится, еще заполнится вот эта машинка. И будет прям совсем гущ. Теперь берем нашу карточку. Вот она, ID 12. Ты ID 12? Да, название мира ID 12. И dial. Погнали? Я, кажется, понял, почему флешка взяла озон, именно капу, чтобы не пройти сборку за 5-10 стримов. А, тут э, Рустам начал... Delivery, эту сборочку. И я, когда зашла посмотреть... Он ну, что-то спрашивал, насколько она длинная. Я зашла посмотреть в плейлист, насколько он длинный. И прямо офигела, что я сборку прошла за 15 серий. Инфузить все можно? Конечно, можно. Оно даст только тебе экономию энергии. Погнали. Что? На что соглашайся? На что соглашайся? Опа. Опа. Что? So? Harriet, в смысле? <laughs> Я такого в жизни не видела. То есть мир рандомный и что? По первых это флет мир. Это просто идеальнейшее место для поиска э, зданий. Это незаконно, я полностью согласна, но я все сделала на стриме. Вот они ручки, вот они ручки. Чисто стримерская удача, да. Выключите стримерские читы. Так, давайте здесь, в принципе, можно здесь поставить портал. Вот, пускай будет, ну, в смысле, точку. New порт. Но мы с вами не делали этого обратного. Тут только ресивер. А что так? Можно было? Честно, я даже не ожидала, я как бы думала, мы сейчас прилетим, тут будет странное измерение, и у меня такое подозрение, что здесь э, не спавнятся мобы, но это мы увидим ночью. На прудей, на прудей. <laughs> просто на прудей летел целое измерение. Вот нам нужны такие домики, и в этих домиках водится то, что нам надо. А могут тут спавнятся. Цикл, видимо, есть. Сейчас солнышко сядет, и мы с вами увидим, насколько здесь противно ночью. Но нас интересуют эти домики. Здесь на стене есть прелестные карточки. Вот что у нас получилось. У нас Биом Димлет э, пляж. Э, Маджента Терракота. Это будет прекраснейший мир. И, например, Glowstone Dent. Это будут такие штуки из Glowstone. Вот. Здесь у нас еще есть карточки и составляющие для карточек. У нас Black Wool. Это интересно. Solid и Single. Очень интересно, чтобы это не значило. Хорошо. Ну что, спаунится монстр или нет? Да, спавнится. Что-то вижу. Кто? Кто здесь? Кто? Кто здесь? В домике? Или они просто на пруденте у меня спавнятся? А? Добрый вечер. Такой добрый вечер. И что мы здесь нашли? Я что-то не заметила. Молтентин. Мы можем сделать... А, вижу коровы какие-то тут тусят. Может, и не дропну сборку. Что еще? Body Large Sun. Move Slow. Ну, это фигня. Green. Ну, такое себе. То есть, в поисках здесь каких-то прикольных этих... Взлетай! И э, неплохо было бы как-то обозначать те, которые я была, хотя они дырочкой видны. Можно сбивать глустоун, точно, чтобы знать, что я сюда не... уже залетала. Монстры спавнятся в приличном количестве. Можно еще потыкать, что там. Земля из фи... фиолетовой таракоты, да, это прикольно. Можно еще прокопаться вниз и посмотреть, что там есть внизу. Можно также, например, настроить, чтобы спавнились деревни и в деревнях наворовать... Воровать этих вейпоинтов, вейстоунов. Я не знаю, зачем, мне просто нравится их воровать, не люблю их крафтить. Монстр, э, монстры спавнятся, интересно, это кто такой? Ты вообще кто такой? Ух ты, смотрите, какой интересный. Я даже не могу понять, с него уран вывалился. Что за поле? Nuclear Wasteland. А, -а, у вас это... -а, -а. -а. Облучили, да? Облученные, короче. А в домике есть кто-то? Главное, к нему быстро подлетать, чтобы, чтобы никто не заспамился. Так, давайте я мусор отсюда выкину. И э, мы с вами посмотрим, что здесь мне дали. Оно на панельку упадет, да? Значит, здесь мне дали Аматхол. Прикольно. Дальше Незербрики. Ну, такое себе. Р -р -р Рок. Рох. А я не знаю, что это такое. Вообще без понятия. Пустую карточку дали, окей. Низкие эти... Кавер пещеры. Браун И опять низкие пещеры. Еще вот эти карточки. Ну, замечательно, короче, вы смысл поняли. Летаем, воруем, собираем коллекцию карточек, чтобы создать прям идеальный мир под себя. Вот это, собственно, то, для чего делается первый мир. И я не ставила здесь штучку возврата, потому что, потому что, у нас есть яблочки, и мы можем спокойно отсюда телепортироваться. Вот. Можно лампочку включать, не видно издалека. В общем, мир, конечно, получился вущевый, и я немного в шоке. Я немного в шоке. Вот сюда мы закидываем составляющие, так? Даже, ух ты, сюда даже димлиты влезают. А вот это я не знала, честно говоря. Я думала, что туда влезают только составляющие. Замечательно. И мы теперь можем разобрать, например, вот э, из этой экстрактнуть э, то, что в ней есть. Что, так долго экстрактишь, что ли? Фина тебя? Фина тебя? А можно оставить и димлет так, как они есть? Например? 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 Бич, Обсидиан панель. Так, давайте, давайте. Мы сделаем, мы сделаем, что мы сделаем? Мы сделаем Глустон, Где? Маджента таракота. Где мой э, этот? Где мой молтон? Э... Где мой молтон тин? даун нет, Outer Space, Вот, Молтентин, обсидиан, тин и это. И все это на пляже. Вот, замечательно. А что ты туда? Ага, ты не помещаешься. Знаете, куда мы тогда это все скинем? Не хочу в систему закидывать. Давайте сюда кинем. Я потом с ними разберусь. Пошли создадим мир. Теперь уже как бы нашей руки творения. Мы сделаем мир с супремиум полом. Сейчас я про блоки расскажу. Вот. Как казалось, оно не совсем так работает. Вот, нам нужно сюда зайти, взять пустую карточку и накидать эти. Вот, есть модифайеры, которые делают мир опасным, но нам все равно. И эта штучка будет тоже кушать всего лишь 10 затик. Давайте поставим здесь чест, чтобы мы хранили здесь наши миры. Чест. Маленький чест. много миров делать не будем. Этот достаем. Вот. Этот сначала нужно создать, а потом на поддержание. И пошли. Миры тоже могут быть достаточно нестабильные. Так, выбрать. Подождите, как он называется? Он называется ID16. И мы пойдем туда. Dial. Все, связь установлена. В общем, как, как старые эти модемы. Но сильно шалить с мирами не надо. Они... Ну, вы же каждый раз создаете какое-то измерение, и сейф становится больше, и возможность все сломать тоже становится выше. Так, это не обсидиан. Я заказывала молтон этот. Сейчас будем смотреть. джи 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 Насколько нужно? Смотрите, какое оно все в дырочку. Шахматный паттерн у нас получился. Порт. Почему я вижу воду? Или это не вода? Это не прогрузилось. Где мой обсидиан? Это не обсидиан. Это что? Даркстоун. Где обсидиан и молтентин? Я требую мой молтентин. Какие страшные эти. Space? В смысле Space? Dark Forest. Сыр! Здравствуйте, Смелодон. Знаете, что-то пошло не так. Я выбрала как бы бич, но что-то на бич это не похоже. И... Совсем не похоже на бич. Эм, нужно было, наверное, какой-то океан выбрать. Вот там какой-то биом интересный. Но я не вижу своего расплавленного обсидиана. То есть, все, что должно было быть водой, должно было стать обсидианом. И я подозревала, что если бич, то у нас должны быть водоемы, но нет. Ой, радужный лес из э, твилайта. Вущ. Подожди, что я так медленно лечу? То есть. Жидкости вы мне не дадите, да? Не дадут мне жидкости. Хорошо, хорошо, я вас запомню. Действительно твилайтовский этот э, биом. Ну, короче, мир фигня. В топку. Явно фигня. Не, не, не дают мне э, жидкости. Хотела порадоваться. Ничего у вас не получилось. Да, пытайтесь лучше. Нужно больше э, модификаторов вставлять. Давайте возьмем более конкретно их вставлять, а то я накидала так от, от балды. А если прокопать? Да нет. Давайте вытащим этот мир, чтобы оно не жрало энергию, хотя нам не сильно жалко. А, вот. И я не помню, честно говоря, как его очистить как его разложить. Можно ли его через эту штучку разложить обратно на составляющие? Хороший вопрос. А, можно, кажется, в этом, в инскрайбере разложить. Экстракт. О, ей! Мы можем вернуть обратно свои детальки, если что-то пошло не так. Это хорошо. Вот. Сейчас попробуем создать мир, Действительно, давайте попробуем создать с блоками, э, с блоками этого супремиума. Потому что этот уголь вроде бы у нас встречается, так? Э, и его нужно 9 штучек, чтобы сделать блок. Да? Next. У нас, в принципе, все на это есть. Давайте попробуем. А, это не так. Это не так делается. Там нужно будет достаточно много их. Там нужно будет их достаточно много. Нам, чтобы сделать... Э, карточку с каким-то блоком. Вот, смотрите, есть карточка с супримем блоком. Да, можно даже с супримем самим супримем кол. Чем они отличаются? Почему одна красная, а одна это зеленая? Не знаю. Нам нужно Нам нужно вот такой вот блок, он называется блок абсорб, абсорбер, вот материал абсорбер, и он должен сожрать около четырех стеков ресурса, чтобы напитаться энергией ресурса, блок можно оживить. И то, и то правда. Да, нам нет большого смысла это делать, потому что блок можно оживить и его спавнить. Вот. Его нужно запитать, и он тогда будет спавнить. У меня есть такой уже запитанный эмеральдами. Абсорбер. Вот, у меня есть запитанный эмеральдами на 100%, и мы попробуем сейчас сделать карточку эмеральдов. Я попробовала, и абсолютно все вот эти 13 сингулярностей, которые делаются из блоков, там супериум, а там супериум, точно, си, да, синий и красный. Все блоки, которые идут на сингулярности и не выращиваются на грядках, не пихаются в этот блок-обсербер. Все блоки, которые э, сжатые, Сжатый обсидиан, сжатая кабла, сжа... все вот это сжатое, у которого огромная МС, тоже не пихается, к сожалению, в эти блоки. Поэтому я пихнула то, что у меня было под руками, то, что первое в голову пришло. Это, собственно, эмеральдовый абсорбер. Давайте сделаем карточку. Эмеральд. Вот. Не молден эмеральд, а блок оф эмеральд. Все. И мы делаем карточку блок оф эмеральд. И смотрите, как сразу поддержка мира вырастает. Тогда все это бессмысленно. Да, я немножко разочаровалась по этому поводу, но есть другой момент. Можно также создать мир с жидким пиротиумом и с жидким криотиумом. И помпой качать их просто. Просто нужно сделать карточку океан, жидкость и еще что-то. И тогда проблема стали вообще отвалится. Просто этими мирами нужно было заниматься дальше. Проще сделать креативный танк. На этом этапе уже да. На этом этапе уже да. Я немножечко проскочила этот момент. Я, кстати, на всех зонах немножко недооценивала это создание миров и всегда обходила их достаточно стороной. Давайте попробуем сделать мир эмеральдиков Так, флет. Я хочу флет. Флет. Я могу сделать флет? Что здесь должно быть в флете? Какая-то штучка такая, а это должен быть terrain absorber, terrain absorber, и он должен постоять какое-то время в плоском мире. Но у нас есть плоский мир, так что отправляемся в наш плоский мир и на его там. Вот. Когда я проходила второй озон, кажется, то мне именно советовали генерить EMC шку таким образом. Так, а можно, это у нас какой? 12-й, а можно 16-й удалить? А, delete? Нет? Короче, 12-й просто со звездочкой сделаем. Дайл 12-й, отлично. И попробуем его напитать и сделать себе карточку плоского мира. Но интересная штука, да, жаль, ее на нормальном... Нам нормально в middle game не засунули. Но очень какими-то сложными эти машин фреймы их сделали. И я прям не решалась туда идти. Вот, он начинает всасывать как бы свойства этого мира. Миры просто жрут дофига энергии. Энергия на озонах никогда не была проблемой. Никогда. У тебя есть куча генераторов, даже те же солнечные панели спокойно вывозят любой самый безумный созданный мир. Просто. Если несколько ставить. Несколько нету нужды, наверное. Не знаю. Я слишком мало. Мир хоть запитан? Конечно, запитан. У меня еще и щит. Офигеть какой. Сейчас попробуем сделать плоский эмиральдовый мир. И может попробуем что-то с жидкостями поиграться. Я бы хотела сделать, э, не знаю, например, криотиумный мир. Почему нет? Попробовать сделать криотиумный мир. Потому что с пиротиум у меня вроде бы там все чики-пуки. И когда я делала броню премиум, э, я столкнулась с тем, что мне не хватает именно криотиума, потому что он у меня не доделывается. Он впитывает жидкие пещеры. Нет, этот впит... впитывает э, плоскость мира. Вот пока он впитывает, давайте копнем немножечко. Это прям интересно, что там снизу творится. О, много, много, много. Много. Да, бей-бей. Мне не страшно. Сколько всего? Вообще. Вообще. И, и мир высокий, смотрите. Мы с вами на 116 высоте. На 116? -й. Офигеть, офигеть просто, это просто офигеть, на 116, -й. и это цельный, цельный. А, другой вопрос, как бы, чем это все добывать? Если, если бы сработала наша идея с блоками, или там, я не знаю, вы еще не добрались до палки-оживлялки, а им сишка очень сильно хочется то э, копать это все быстрее всего билдерами. Билдерами из этого же RF-тулса. На него, кстати, тоже нету задания. Но он самый быстрый копатель из всех, что есть на сборке. Насколько я поняла. Ну, чуть-чуть быстрее меня. самую малость И жрет приличной энергии. Ну что, сколько у тебя процентиков уже? Уже 63. Нормально быстренько впитывает. Давайте закроем тут дырочку, чтобы я не падала. А то я ж могу. Дайте мне ванд. Ванд. Вот. И я вчера... Ложилась спать, и такая это гениальная мысль. Почему никто не делал измерения с этими штуками для сингулярности? И сегодня проснулась, пытаюсь впихнуть в этот блок абсорбер, эти э, блоки, которые нужны в сингулярность. И где-то уже на середине, уже половину попробовала. И я такая понимаю, да, это была бы отличная идея, если бы оно сработало. Но меня ждал огромнейший облом. Но ничего. Но если вам, например, не хватает каких-то измерений для того, чтобы строить что-то в них, там какие-то суперпроцессы запускать. Кажется, эти измерения очень даже хороши. Вот именно это измерение, смотрите, оно плоское, оно идеальное просто. И оно жрет всего лишь 100 RF тик. Это крохи, просто крохи. Самая простая какая-то солнечная панелька сможет это запитать. Давай, давай. Чуть-чуть. Спасибо за фол. Зутед. Все? Ты готов? Флудед каверн. Действительно? Действительно, смотрите. Оно типа затопленные пещеры собирает. Очень интересно. А почему затопленные пещеры? Если фиг его, фиг его поймет. Я бы не назвала это затопленными пещерами, но, в общем, Floed. Или Flooded это не затопленные, а заполненные. Как, как это правильно пере... перевести? Странно. Итак, у нас есть эта штучка. Ее сюда добавляем и получаем карточку. Flooded cover. Хорошо, у нас есть тип мира. Знаете что? Знаете что? У меня где-то. Я, кажется, на втором озоне или на первом говорила, какие показатели прям обязательно должны быть, потому что остальные будут рандомными, и, и мир будет нестабильным. Давайте я гуглану этот вопрос. RF tools. Dimension Creation. Пещера полная флуда М -м да да скорее всего на наред вот где-то было и там это как знаете на 16 был вот этот мир на книжке как же он назывался помните вот этот мир на мод на книжке где-то миры прям по страничке составлял И это было прям очень интересно. Нет, это не то. Ясно, мне нужно будет самой разобраться, какие там нужны были димлеты, либо пересмотреть свои старые серии. серии. У нас есть каверны, у нас есть эмеральды. И что еще? Терен димлет, материал димлет. Что у нас еще есть? Хороший мод был, и там тоже было, было много нюансов. Моб-Димлет. Можно попробовать сделать э, э, с монстрами. Что можно сделать? Моб-Димлет. Можно указать, какие монстры будут спавниться. А можно сделать вообще э, пассивные. Не вижу пассивных но можно указать, какие мобы будут. И на втором озоне мы делали э, монстров, э, как бы целое измерение с эндер-драконами. Это было забавно. Моб Димлет. Диджи. Диджи нет. Это, кажется, вот эти диджи были. Диджи, да, вот, диджи димлеты Это номерочки, которые вы вставляете в пустой мир, когда хотите э, себе разных миров. И сколько их? 9 штук. Вот, хорошо. Дальше у нас идет скай Dimlet. Но это не обязательно. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Sky. И тут все равно нужно еще какую-то карточку. Почему ты мне не показываешь, какую карточку там надо? Я даже не вижу, что там светится. Хорошо, будет без Sky Dimlet. Liquid Dimlet у нас есть. Terrain. Terrain у нас есть, хорошо. Опять Sky Dimlet. Контроллер. А что делает контроллер? Пресс-Shift. Вот, контроллер влияет на то, как биомы будут использоваться в этом. А ну давайте посмотрим, какие у нас есть контроллер. Угу. Это у нас, собственно, биомы, которые здесь могут быть. Что у нас есть по биомам? у нас еще остался сингл биом. Пускай будет сингл биом. Почему нет? Пу почему нет? Пускай будет. Дальше у нас есть время. Можно установить, чтобы всегда день был, например. Структуры. Можно дополнительные структуры нафигачить туда. Фичерс uh, – это особенности измерения. И давайте фичерс. Uh, у нас тут было что-то. Нет, нету. Мы можем сделать он Да, мы можем пустое без фичерс сделать. Давай сделаем без особенностей мир. Попробуем. Дальше материал. Мы с вами установили материал. Опять небо, погода, эффекты. Эффекты нам не нужны. И опять terrain dimlet. Почему здесь два terrain dimlet? А, а еще можно void даже сделать. И контроллер. Контроллер мы установили сингл. Все вроде бы. Все вроде бы. Давайте попробуем с этими настройками создать мир и посмотрим, что у нас получится. Мисткрафт. Вроде бы, да, вроде бы Мисткрафт. Прикольная штука была. И там тоже суть та же самая. Самые вкусные э, миры собирались из страничек, которые ты насобирал уже в структурах. Вот что-то оно меня предупреждает, что-то я э, как бы не так делаю. Нам нужно указать, какой биом должен быть. Нам нужно указать, какой биом должен быть. Так, кто у нас за биом отключает? Контроллер сингл? Сингл? И как нам указать биом? Sky, material, feature, structure. Oh, yeah, 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 yeah. Так, а ну? У нас же есть биом. У нас есть биом, а, например, где он там? Где он там? Слондаун, space. Вот это outer space 3, кстати, биом. Это какой-то Аматхол тоже нам не подходит. Вот, давайте пляж попробуем еще раз. Пляж. Да, пляж. Пляж. Вот, теперь окей. О, давайте. Попытка, не пытка. Можно туда было еще и Тину запихнуть. Черт. И он уже создается дольше, потому что у него э, э, создание, создание требует 400 тысяч. Где, где мои 400 тысяч, я не знаю. Я вроде бы и стержень подняла. Ты что? Ты же должен проводить бесконечное количество энергии. Или, или я что-то не понимаю. Не проводит. Давайте мы ему еще солнечных панелек нафигачим сюда. Почему бы и нет? Создать мир на вечный день, запихнуть кучу солнечных э, и передать энергию в генератор мира. Готов? Генератор с КПД, с КПД овер дофига. Точно так. Точно так. И таким миром можно потом будет запитать все остальные миры, которые будешь создавать. Да просто тебе даже пустынить будет нормуль. Кто, кто у нас тут этим занимается? Ты? Смотри, что могу. Не-не-не, не, дружище. Смотри, вот так вот могу. Не -не -не. И что? Ты сразу полегчала? <с> не сразу. <с> От слова совсем. А где мой вант? Сейчас мы, сейчас мы настроим тут этих солнечных панелек. Ты будешь солнечные панельки ставить? Ой. Эть. Эть, эть. Главное сверху не поставить. К чему? Да потому что могу. Флешка шалить. Флешка очень шалить. Здесь стек солнечных панелек. Капец. Негодница. Просто негодница. Все, они просто уже не успевают передавать столько. Ну давай, заполняйся. А потом на поддержание ей нужно 100 тысяч РФ Панельки у нас производят... Я не знаю, сколько они производят в тик. Без понятия. А ты сколько в тик производишь? 600, 655. Ой, мне кажется, мы не потянем это. Кажется, мы не потянем. Ну, посмотрим. У нас еще солнечных панелек столько. Там в полоске создания висит. Прям капец. Будем пробовать создавать жесткостной мир? Или мне за кадром, пока будут сжиматься все эти штуки, поискать, полетать и поискать больше э, этих модификаторов крутых? Вот, как видите, создавать. Там 655 генерит. А, К, К. Все, я поняла. Нормально. Просто эти ж, трубы как-то не сильно много передают. Я что-то ожидала от них большего. Они же должны бесконечное количество передавать. Почему оно так медленно передается? Да. Можно мне больше передавать. Или оно просто создается. Кабель под панельку. А зачем кабель под панельку? Эти панельки умеют одна в другую передавать. Они все прекрасно умеют. У машинки, видимо, ограничение на прием. Скорее всего ее бы, да, заинфузить. Да, Dimension Builder, скорее всего, бы заинфузить. И он тогда заинфуженный будет принимать э, больше энергии. Или кушать меньше энергии. Что-то одно с двух. <с> Где-то в этом роде. Но уже вытаскивать не буду, пускай создает. Только поспим. Это что, смеркалось, что ли, или что? Что происходит? Почему мы замедлились? А сталь наша порядочная производится там просто замечательно. Я подлетала, было уже несколько стеков. Правда, не знаю, сколько нам этого счастья надо. А пока мы здесь, давайте посмотрим, подгружены ли мои панельки. Нет, видите, у меня панельки не подгружены. Уйти. Вот мы вот здесь подгрузим. А что здесь? А, здесь э, и вот это подгрузим. Что там снизу происходит? А, это сверху. Это сверху астралка. Ну, давайте подгрузим астралку. С шифтом. Тен-тен-тен-тен. Все. Вроде бы все важное подгружено. То, что, то, чем пользуюсь. Да. Окей. Okay. Пускай так будет. А то выгрузится у меня в панельки и все. В панельках копится. В панельках копится, потому что машинка больше принять не может. Поэтому в панельках копится. Они вырабатывают больше, чем... Почему здесь тоже light level маленький? А, -а, -а я поняла. Давайте здесь об обтешим. Вот так вот, как только можно. Я что-то не сразу поняла, что какие-то... Что какие-то не работают из-за того, что здесь блоки сверху. Ну, вот этот крестик работать не будет. Зато будут передавать сквозь себя энергию. Я поняла. Я поняла. Я думаю, тыкаю, тыкаю на них, они все, light level 0, light level 0. Жирный зверь. И чем больше ранг вот этих штучек, вот они бывают разного ранга, вот их э, рарность от, от 0 до 6, и чем рарнее эти штучки, тем больше они энергии жрут. То есть, чем круче блок вы туда запихнете, чем лучше Лучше. <laughs> Чем круче фигню вы хотите генерить, тем печальнее будет все с энергией. Это да. Какие у нас еще есть абсорберы? У нас есть материальные, нас, э, типа блоки, жидкости, биом-абсорбер, то есть можно прийти в какой-то биом, который вам нравится. Например, можно, наверное, в ароме попробовать э, в, всосать биом, было бы интересно. Террейн-абсорбер это... А, это именно террейн, чтобы он был плоский, как в ароме. Тоже. Фичер абсорбер. вот это интересно, что это такое? Рандомная особенность оно всосет в себя. Интересно, рандомную это какую? И тайм-абсорбер. Вот. Какое у нас измерение с постоянным днем? Я не знаю такого, я знаю с постоянной ночью. Клутая аж сил нету. Да вообще. Ну что? Давай. Давай, дружище. А названия у него, у него нет, да? Надо им название давать. Но это ж не шестнадцатый. Он еще не зарядился. Он когда зарядится, он появится в списке. Но его, у него названия нет. Почему я не дала название? Здесь же есть строчка... Вот, сюда можно написать название. Флешка, флешка. Все, зарядился, готов. А почему здесь только э, 50 тысяч? Пауэр растет, он набирает. Оу! Oh. Он не набирает, он проседает, ребят. 400, 500, 400, 500, 400, 500 шестьсот, пятьсот, шестьсот, семьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, ноль. Оу, 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 оу. А мы не сможем туда отправиться, ребятки. А мы не сможем туда отправиться, потому что машинка не справляется. Давайте мы заинфузим машинку. Давайте заинфузим машинку, потому что она не справляется с запиткой этого мира. Вот это беда. Да-да-да, заинфузить, потому что, ну, то есть, я туда только влечу, и даже моей, моего спасательного щита не хватит, потому что щит только на сотню, а у него поддержание больше сотни. Раз, два, три, четыре. Давайте попробуем. Вот засадка. Я еще таких миров не создавала, чтобы столько жрали. В Ароме же бесконечный день. И я так думала, когда переносила туда производство своей стали. Нет, в Ароме не бесконечный день, как оказалось. К моему огромному разочарованию. Там прекрасно наступает ночь. Не перестану бомбить по этому поводу. Я такая, у меня все продумано, я не буду брать койлы, я возьму туда стек солярных этих панелек, и все будет чики-пуки, угу. пока солнце не село. Все было. Но вот у этих панелек, на самом деле, для обычных таких рядовых машинок, их буфера хватает, чтобы всю ночь пережить. У них в буфере, смотрите, я же правильно понимаю, 256 миллионов? Это много, как по мне. Но для этого мира явно мало. Сейчас посмотрим, сколько оно сейчас будет жрать. А в пустоте не бесконечный день, в пустоте бесконечная ночь. Тоже прекрасный вариант. Ну, там главное, монстры не спавнятся. Но ночь там постоянная. Хорошо, мы заинфузили машинку и эта штучка теперь будет э, поменьше энергии жрать. Ну, по крайней мере, так обещается. Сейчас посмотрим, насколько меньше она будет жрать энергии. Эм... Ну, все равно она мне пишет, что она использует 100 тысяч РФ в тик. Давайте подождем, она будет сваливаться в ноль или нет. Мне кажется, у нас все хорошо, или нет? Нет, кажется, все хорошо. Энергия идет в плюс. Current. 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 В общем. А нет, местами проседает. У -у -у. Это что, ночь наступает? Да, это ночь наступает, поэтому она начинает проседать. А вот это поворот. Я же не могу здесь сделать постоянную эту. Блин, сейчас пойдем. Мы можем сейчас быстренько, пока день туда мотнуться, посмотреть и убираться оттуда. И сразу яблочко на панельку вынести. У меня, в принципе, в батарейке есть сколько? 25 миллионов, то есть этот щит какое-то время меня должен был бы защитить. Короче, погнали. Погнали. Нету времени думать. ID 17. Нету, Нету времени думать. Я хочу посмотреть. Нам и так новую броню делать. Нам просто нужны инфинити-панельки. Все очень просто. С инфинити-панельками это прямо решится вопрос на раз, два. Да. Поняли? Поняли? Флешка молодец. Я все сделала правильно. Убираемся отсюда. Просто убираемся. Нет времени объяснять. Просто уносим ноги. Можем, кстати, попробовать сделать инфинити панельки. Они все равно нам нужны по по заданиям. Давайте. А за кадром действительно я полетаю и насобираю много, много, много вот этих составляющих, и мы что-то прикольненькое забабахаем. Потому что чем комфортнее мир для вас, тем он дороже в обслуживании. Так, ты лежи здесь. Что у нас говорится по заданиям на инфинити панельке? У них есть даже и МС-шка, представляете? Это, кажется, Капа. Вот у нас Дракони. А почему это Хаос, а потом Инфинити? В смысле Хаос? Я не хочу Хаос. <themes> Мне предлагают сделать Солар панельки. Но мы можем, в принципе, их сделать. Давайте сделаем э э из Драконика. Все. Солярки? Нет, да? Да, нет. Нам понадобится вот таких вот эти у нас есть. Нам понадобится р рыженьких, р рыженьких солярок. Р рыженьких, маджентовых, еще и говорю. Четыре штуки. И какие-то дракониевские штучки. Они несложные. Э -э, вот эти у меня закинуты сюда. А, нам нужны вот всяческие такие коры. Коры верного я вроде бы делала в приличном количестве. Давайте сделаем таких коров. Одна од коренька получилась. А где мои на дракониум? Драконем. Он не распакован. Засунь в панельки улучшение, э, улучшение на емкость и на производительность. Зачем, если мы можем сделать просто лучше панельки? Тем более, что нам нужно их делать лучше панельки. А вот это нужно в систему. Нам прям по заданиям говорят их сделать. Я, ну, хаос я сейчас не сделаю, конечно. Но дракониумные сделаю. Они будут генерить в в четыре раза больше, чем те. Это круто, это круто. И тем более у них есть AMC. мы делаем одну панельку, а потом бесконечно наслаждаемся ее плодами. Ееее, мимоходом в хаос. Сейчас сделаем панельку, тогда значит обратим внимание на броню, э -э, обратим внимание на броню. Выучено, стек, спасибо. Э -э, и знаете, что сделаем? И, возможно, действительно пойдем воровать один этот, потому что не знаю. Но тут как бы энергия в них есть. Суть не в том, что они не могут, а суть в том, что М -м машинка жрет очень много. Вот тут реактор меня расстроил. Энергия у него в вагон, а она не принимает. Может попробовать ей как-то с разных сторон подавать? Как думаете? Есть какой-то такой смысл в этом? Например, сделать... Не знаю. Иди сюда. Криотиум. Кри... Ой, это все, что осталось? Нет, вот. Криостабилайзд. Смотрите, вот такое какое-то извращение на, на бомбурить. Тонг, тонг и тонг. Так тебе будет лучше подходить или нет? Да вообще ни разу. Или да? Не, смотрите, так оно лучше запитывается. Не, ну вы поняли, это вообще законно. Короче, давайте вот этот дайлинг-девайс отсюда уберем. И еще и с этой стороны, короче, ее так запитаем. Вот, вот это монстрятина. Вот это я понимаю монстрятина. Жесть какая-то. А дайлинг девайс здесь поставим сбоку. Ну, сбоку припек. Не, ну вы поняли. Ну вот теперь у нее все пучком. Ну теперь у нее все замечательно просто. Давайте судок сюда вернем. В принципе, вытащим этот мир. Мир прекрасный. Все, облепили. Облепили со всех сторон. Можно я тебя переназву? ID 17. Эмеральд. Эмералд. Эмеральд. А, нет! Стор. <laughs> Блин, создавать еще раз. <laughs> я просто молодец. А куда я тебя назвала? Подожди, я же тебя назвала. Можно тебя андайл? Все, не светись, не жри, пожалуйста, энергию. нет, я тебя назвала. Эмиральд. Все. Тебе нужно будет опять создавать? Нет, ты создана. Хорошо. Спасибо. Это я, конечно, молодец взяла. Так, а тебя тоже нужно это разорвать? Что ты там энергию туда-сюда? Ты жрешь с меня энергию? Она заряжается с меня. Иди, иди в пень. Вы поняли? Сожрало мне батарейку, наверное. Нет, не сильно. Облепили. Облепили кабелями, как елочкой. Значит, сейчас что? В Infinity мы с вами двинулись. Мы молодцы. Infinity сделали. Панельку потрогали. Давайте заберем награду. А здесь нужна ха хаотичная штучка нужна. У хаотичной, к сожалению, нету MC. Вот эта печаль, потому что на Infinity потом. Так, нужна нейтрониум, а на нейтрониум нужно две этих хаотичных. А это что такое? Господи. Это мы потом будем делать. Это мы будем потом делать, потому что нам нужно действительно хаоса. Ну вот, из, из этого делается хаотический кор. И у кора есть МС. Вот. Дальше это не проблема. Потом эти коры можно использовать где угодно. Но мне страшно очень идти к хаос-дракону. Прям капец. Вот. Что у нас по заданиям еще? Мы с вами в прошлый раз делали э, броньку и остановились на, на, на чем? Мы уже очень близко подошли. Кажется, к пробужденной броне. Там что-то было такое замороченное. А! Гем-армор. <звучит>, Звучит, очень, Звучит очень интересно. Пошли ее инфузить. Но здесь нужна виверновая. А у нас какая? А какой у нас уровень инфузии? Кто мне скажет? Ну, сделает он тебе кусь зубочек. Что то такого? Все равно страшно. Вы какие? Вы виверновые. Супер. Погнали в броню. Что нам стоит дом построить? Погнали в броню. Я никогда не не пользовалась той броней. Вот про какую болбеси говорила, какая-то она там модуляр или как компонент? Как она там называется? Короче, она после драконевой делается. Сейчас мы до нее дойдем, я надеюсь. Итак, нам на тапочке нужно что? Нам нужно а, звездочка. Стоун и колечко. То есть здесь на, каждый, на, каждый, на каждую часть брони будет свой набор красоты, да? Хорошо. Как делается эта штучка? Заряженная звездочка. Я поняла. Я поняла. Я поняла. Короче, нас ждет матрешка, ребятки. Это я не изучала. И как эта штука называется? Красный этот уголь. Это у нас фьюэл. Фюел. Не поняла, а где красный фьюэл? Я что, его не выучила? Опа! Не, ну нормально. Не, ну это, это не нормально. Нет, ни разу. Как сделать фил? Вот через камушек, отлично. А как так получилось, что я его не выучила? Капец. И теперь нужно звездочки все от начала делать. И они сейчас будут заряжаться все, да? Ой, не надо так, не надо, пожалуйста. Есть. К сожалению, на эти штуки нету EMC. И нам нужно они еще и не стекаются. Ах, елочки, шпалочки. Юзач есть. Следующее. И сколько раз такое чудо нужно повторить? Вот какая-то нездоровая любовь у Аристотеля к матрешкам. Ну, серьезно. А Ешка с этим плохо справляется. Обычный столик бы лучше это выкладывал. А можно просто по кликать? О, можно просто кликать. Я просто боялась, что прям стек какой-то возьмется. И это звездочка. Раз, два, три. Я правда не помню, как ее заряжать. Кажется, в левую окошку нужно засунуть, и оно тогда зарядится. Это уже то? Омега. Это просто сфера. Ясно, это еще не то. Раз, два, три. Много-много сфер. Вот, это уже омега. И омегу, кажется, сюда засунуть. Точно. И она зарядилась. Да? и нужно как-то пере... А, ее просто перекрафтить нужно в интер. Окей. Я, видимо, зря ее зарядила. Флешка, тебе что, не понравилось то слой в зоне? Брони понравилось. Почему? Я полный фанат брони. Я ее тогда с огромным удовольствием сделала. Тут они еще умнее сделали. Они у мс этого всего отобрали. И это прям вущ. Так, что нам нужно? Нам нужно колечко. Колечко это несложно, я сказала. Через лаву делается. Вот, колечко нам нужно. И также нам нужно Dark Matter в количестве... Дофига просто чтобы лежало в системе. Вот. Замечательно. И теперь это все с тапочками мы сейчас заинфузим. И возьмемся за следующую вещь. И потом, наверное, нужно будет... Да, нужно изучить все. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. И колечко, и эту душу все нужно изучить. Так, вот этот стоун, Мидстоун, а что он делает? Никогда им не пользовалась. Видимо хранит в себе экспу. Логично. И три штуки сюда и тапочки сюда. Вроде бы все. Старт. Не, ну это и эта скорость с этими кабелями. Все представляете, если бы это было что-то похуже. Я, я, я до последнего сопротивлялась, чтобы их не ставить. Возможно, здесь еще проблема, конечно, вот в этих штучках. Мне кажется, у них есть какой-то лимит отдачи. Я никогда этим вопросом не озадачивалась, потому что всегда хватало энергии. Но, кажется, пора бы озадачиться этим вопросом. Хорошо. Кто у нас следующий? Следующие штанишки. И на штанишке нам нужно такую же инер звездочку. Хорошо. Это хорошо, когда что-то повторяется. А вот камушек и колечко совершенно другое. Black Hole у меня, кстати, есть. Я его делала, попробовала, мне не понравилось. Нет, я Void Ring сделала. А Void Ring куда-то пойдет? Пожалуйста, пойди, потому что не пригодился. Нет, Void Ring, короче, никуда не идет. К сожалению. Тишина все нахуй не слушают. Это все разве не крафтится так же, как из темной стали? А вот хороший вопрос. Жух? Нет, тут в рецептах его нету. Мы только через эту штуку можем сделать. То есть они не взаимозаменяемы. Какие рецепты они прописали, что можно через столик черный делать, а какие-то не прописали, к сожалению. Значит, нам этих звездочек понадобится три э штуки, да? Еще. Окей, okay, окей. Okay. На все три кусочки брони. Дальше нам нуж нужен такой вот лайфстоун. Он а делается из соулстоуна и бодистоуна. Хорошо. Было бы еще у них какое-то описание? Было бы вообще замечательно. Потому что не это. Так, лайфстоун и Black Hole Band. Black Hole Band. Так, и значит, и колечек нам нужно сделать еще три штуки. Потому что нам пригодится еще на три кусочка брони. И жмек. Есть. И Black Hole Band. Замечательно. И это все на штаны. изучаю соцсети стримеров наших. Съел вас Инстаграм? Кого на изучали там? Делитесь, может, я что-то интересное пропустила. Хотя у меня очень узкий список тех, кого я фоловлю в Инстаграме. У меня очень э, специфический и узкий интерес. Я забыла скормить столику. Я забыла скормить столику. К черту, колечко и камни можно перекрафтить. А я смотрю просто как баран на новые ворота. Модов не знаю. Ну ничего. Ничего. Может так насмотритесь, насмотрите. А что-то-то на подкорке-то остается. Инсту пробежал, там маловато. В ВК больше. В ВК действительно. О, опять мой блудный сын появился. Потерянный сын <laughs> в недрах интернета. Ну здравствуй, ну здравствуй. Ты уже так настойчиво называешь мамой, но это так уж и быть. Все, я сдалась. <laughs> так, э, на курточку. На курточку что нам нужно? Нам нужно э, body stone и вулканический амулет. Вулканический, кстати, крутая штука. Он как бы лаву э, генерит. Давайте сделаем таких два. Точнее, сделаем еще один. Я точно изучала ведро с лавой. Такие изучала. Сделаем себе еще один, потому что он потом в крафтах используется. Закинем в сеть, пускай будет. И теперь, когда в следующий раз я буду крафтить колечко, я могу сделать вот так. И вот. Вы поняли? Поняли, какая крутая штучка? И body stone. В результате я зря сделала Зря сделала колечки, потому что дальше идут вот эти амулеты. Ей, что лиса? Да, просто уговорил меня человек, приходит на каждой стриме, пишет привет, мама. Я такая, ну все, я сдалась. И мама, так мама, пускай будет. Че что поделать-то. И так у нас получится из красной материи броня, а потом ее мы перекрафтим в пробужденную драконевную броню. А уже ее мы вот в эту компаунд не, не, не понимаю какую. Но сейчас будем смотреть, разбираться. И может, балбесе еще что-то что подскажет, что с ней делать. Или сами потыкаемся, посмотрим, что это за крутая штучка. Потому что фраза, что в этой броне Балбеси не получила совершенно урона от хаос дракона меня заинтриговала это не то слово. Это такая в смысле? Как так? Ложку у тебя самая большая семья. По всему миру дети разбросаны. И я всех люблю. Честно, честно. Честно, честно. А, так, э, теперь нам осталась шапочка. И что нам предлагают на шапочку? Соулстоун а, предлагают запихнуть на шапочку и а, водяную. Сегодня дракон. Не исключено. Я, я уже не исключаю этот момент. Это как бы. Все, может быть. О, нету. Water. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь есть. Water. Считала, 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 считала. Красава. Да. Всегда так делаю. Так, если нам лава перчатку вернули, то может и эту перчатку вернут. Давайте, не буду делать еще одну. Мать героини получается. Да. А можно мне тоже в дети? Не. А потом получится, что детей тут совращаем. Не, Лиса. Не хочу тебя в дети. Ты у нас Наденька. Не надо в дети Наденьку. Наденьку в дети не надо. Ой, писю. Ой, лисё, а не ой, писю. Вот, и это последний кусочек, и следующее это у нас будет там бронька. В результате мы еще и эту ветку закроем. Вы хоть понимаете, сколько мы веток закрыли? Дальнобойщик, что ли? Нет, нет, нет. Страшная работа вообще. Очень смелые и выносливые люди. Вот, дальнобойщик. У меня одноклассник дальнобойщиком работает. Вообще. И, 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 и. Дракониумная броня. Да-да-да. Что нам понадобится? Нам понадобится, видимо, что что-то и много. Нет, не что-то и немного. Нам понадобится дракониум. Дракониум есть. Нам понадобится коры дракониумные. Есть. Нам понадобится... Как она там называется? Э -э... Тоже коры. И это коры, и это коры. Супер. Кор. Есть. А что так просто-то? Ты же винтажку ушел. Да, он из нее не выходил. Лиса. Винтажка теперь у нас запущена вообще на постоянной основе. Итак, 4 этих и вот эти. Знаете, было бы что замечательно, если бы я не забывала на каждой сборке, что можно сделать shift-пкм по этому э, столику, и он будет принимать только по одному предмету. Я, наверное, это буду забывать всегда. Свинташка совсем запущена. Нет, там свинок вчера проредили. Теперь это, я не знаю, козяшка, Ковзяшка, я не знаю, как я теперь назвать, потому что только козочки остались. Теперь, наверное, каждый стрим будет скатываться к тому, что будем ходить к Яде в гости и смотреть, что она там сделала. Не поняла, два стрима что ли идет, у Дейзи флешки? Нет, 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 нет. <с> он бы спал <с> в коридоре <с> за такое, если бы начал стримить во время моего стрима. Шучу, конечно. Дейзи стримит по вторникам и четвергам, когда у меня утренние стримы. Вот, он тогда по вечерам немножечко винтажку стримит. Но как только начнется винтажка, прям винтажка, сезон, которого мы ждем, то стримов будет больше, и мы будем стримить одновременно. Наверное. Ну, короче, мы что-то придумаем. То есть это не будет один стрим в неделю. Винтажки будет много. Готовьтесь к этому. Но я очень постараюсь, приложу все усилия, чтобы это никак не влияло на то расписание, которое есть. В коридоре на коврик. У меня даже в коридоре коврика нет. Я с вами слежу. Ну как слежу, проглядываю. Я стримеров один утром, второй вечером. Как-то так. Как-то так. Ему просто понравилось. Но пока есть сейчас время, возможность, э, почему бы и нет? В коридоре же холодно. Да я и говорю, что шучу. Мне же потом лечить. Я что, совсем дурная, что ли? Свое родное жалко. Прям суточные стримы будут по винташке. Но не говорю, что прям суточные, но будет много. Я турист, и у меня свой коврик всегда есть. Это да, это да. И спальник. <laughs> так что он вообще может где угодно спать. <laughs> Даже в подвешенном состоянии где-то. Это, это вообще не вопрос. <laughs> Поэтому этот вариант не проканывает. Только винтажка, только хардкор. Не. -е -е. Драконик броня хороша. Но из аварии лучше. А промежуточный этап еще, ну, как бы тоже хорош. Флешка, выселяй со спокойной совестью. Лиса, ты знаешь, как он готовит? Повторюсь, я что, совсем дурная? Не-не-не. Не-не-не. Сильная независимая, это не про меня. Дейзи вон в горах висел. Я видел. Ему и на коврике норм, да. И что со мной потом готовить? Вот. Вот я именно э, про мультиброню, э, вот сейчас мы, надеюсь, мы ее сделаем. Ясно, понятно все с вами. Да-да-да. Э, попробуем ее сделать. Я сделала вот этих э, циркуитов. И сейчас попробуем ее забабахать. Но, во-первых, заберем отсюда награды и порадуемся еще раз. Мы сегодня закрыли с вами вторую ветку. Вторую. Мы приближаемся к завершению сборки. Семимильными шагами, семимильными товарищи Вернутая я. Здравствуй. А я тебе только что вспоминала, говорю, что все стримы теперь будут заканчиваться экскурсией базы яды. Так, вот, что нам понадобится на мульти броню. Давайте уберем все эти прелести. Это еще пока что оставим. И мульти броня у нас вроде бы висит где-то здесь. Да, она вот здесь мерцает. Вот, мультиброня. Что на мультиброню понадобится? На мультиброню понадобятся карточки, понадобится кристаллин, понадобятся вот, вот эти штучки. Понадобятся. Давайте вот эти вынесем и вот эти вынесем. Вот эти я уже выносила. Еще раз вынесем, вот так, чтобы рядышком было. Рядышком! Сказала прям капец. А, так, кристаллин. Сколько у нас кристаллина есть? Если мало, то давайте еще запихнем... Ой, целых, целых 25! Сил нету. Это что за количество такое? Это что за... за что за беда? Беда и рыбья. Еще лучше. 52. Нет, тут ручками. Тут ручками нам буквально, не знаю, штучек 7. Нет, кристаллин пинк это не то. Вот просто кристаллин. Нам буквально пару штучек. Жги, жги машинка. 7 это уже стек. Не, ну может 14. Два стека, и вот то, что есть, должно хватить. Там не так плотно оно все раскидано. Должно э -э, влезть. Шарик в гостях у Барбоса. А кто шарик, кто Барбос. я <laughs> ну понятно, что в гостях у Яда. Мне шторки понравились просто опупеть как. Просто Яда, мое почтение. Шторки бомбические. Здравствуйте, спасибо за фолу. Гейзи, Гейзи Дакс. Очень интересно. Если я неправильно прочитала, вы обязательно меня поправьте, потому что читать ники это явно не мое. Да я с чтением чатика так себе справляюсь. Обычно вижу то, что хочу видеть, а не то, что там написано. Но это уже совсем другая проблема. Это, это чисто мое уже, а не беда стримеров. Вот, два стека с крючком. Самое то. Все? Да? Отлично. Замечательно. Какая же прелесть эти оживленные блоки. Круто тень, круто тень. Дальше нам нужны м -м, вот такие штучки. У них, конечно, есть EMC, но как бы сейчас бы, сейчас бы Принтед. Вот, я сделала. Я сделала еще стейка, а еще две штучки валялось. вот точно нам хватит. А вот этих штучек... У нее есть АМС. А крафтится она капец как. Этих штучек понадобится... Две сюда, две сюда. Короче, на каждый кусочек брони по две штуки. Чисто на обум. А, она делается через этот столик. Так, значит, руны. Рун. Вот эти... Дальше, крио. Кри... Иок, стабилизатор есть. Дальше нам нужен кор. Кор есть. Что-то что еще? Нет, ничего. Отлично. Одну штучку, пожалуйста. Замечательно. Вущ. И стек. Песня просто. Просто песня. Не заряжай, не надо. Не надо, пожалуйста. Ну зачем ты это делаешь? Жмак. Chest plate. Жмак. Шапочка. Выглядит? Честно скажу. Как, как жестянка какая-то. Ну вот, вот просто. Выглядит как жестянка. И в результате, это хорошо, что я сделала стек. В результате из 66. Циркуитов осталось 8. Ничего себе! Вот этого я не ожидала. Я там немного психанула вчера и пол дома стесла. Ничего не знаю, я не заметила. Я не знаю, сколько там было. Вы тут все психуете? Так психуете? Да, что не шифт-клик, наше все. Флешка на фоне горы хомяк милота какая. Так мы на нее не поднялись. Было у нас в планах, но так мы на нее не попали. А ты видел там у меня на страничке видосик с новорожденными хомячками? Вот это милота. А ты... Я там даже песенку приклеила. Мило прям капец. Видите, В смысле. В, см... в смысле. Что? А что нам нельзя психовать, что ли? Так you can fly in forbidden places wow. это как это как щетка которая как бы чистит зубы в, в недоступных местах сразу думаешь где у тебя недоступные места у тебя есть зубы в недоступных. а теперь можно летать в запрещенных местах где за нет я понимаю что там в трилайте где раньше не было слышшка не читает что это было адресовано Дейзи Муж и жена одна сатана, ничего не знаю. Можно скрафтить табличку с настройками для этой брони. Вот, это у нас overloaded. Давайте посмотрим, что вообще есть в этом моде. Overloaded. Броню вижу. Вот это, наверное. Multi armor setting. Красивый крафт. Мне нравится. Мне нравится. Давайте зарядим броню. Во-первых. Заряжайся. Ух ты, толстенькая. Вместительная, точнее. Еще посмотрим. Ща посм... Может, такие дракон. М -м -м. Но суть в том, что... А, тогда драконий лук бы, наверное... Хотя нет, драконий лук нет. Инфинити лук? Тоже не знаю. Какой у вас интересный разговор. Смотрите, сколько в ней этого. Мне нужно еще панелик. Панелик. Солар. 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 Ну, нет, не, не будем психовать. Давайте, давайте не будем психовать. А, возьмем, поставим... бынь бонь, бынь А бонь -бонь. Вы, кстати, коннектитесь или нет? Вроде бы да. Э, и сюда. И сюда. И сюда. Чем мы будем дракона бить? Или просто с и убежим? С и убежим? Ха, а где там хомячки? Пока не нашел. Я, честно говоря, не знаю, как э -э -э ссылку на видео кидать. Я не сильно с ВК дружу. И только не надо это сразу играть. А а а извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Вот. Вот, там хомячки. Да, это наш выводок был. Ну, э, пока эта радость заряжается на. Oh, не... yeah. Гизи Дакс, спасибо большое за subscribe и добро пожаловать в Ковен. Давайте немножечко любви накидаем в чатик. Наслаждайтесь там хомячками. И любви в чатик. Пожалуйста, для Гизи Дакса. Н не филоним. Вот спасибо большое. Красивых, красивых э, жопок в шляпке накидали. Добро пожаловать. Э, пока заряжаемся, что можно поделать? Э, можно одним глазком взглянуть на инфинити? Можно же. Но ну, честно говоря, честно говоря, я могу прямо сейчас сделать Infinity. Но я хочу посмотреть на эту броню одним глазочком хочу посмотреть на эту броню. Давайте мы ее наденем, посмотрим. Тогда мы не будем полностью заряжать. Все, отставить зарядку. Отставить зарядку. Мы ее наденем, посмотрим и сделаем сразу инфинити броню. И тогда точно пойдем на дракона. Да, мы хомяки хороши, а маленькие это просто чудо. Итак. Ух! то какая. Добрый вечер. Я диспетчер. Да ждите. Нам, нам срочно нужен скриншот. Срочно, прям капец, как нужный. А я на нее зажала сингулярности и решила, что до самого конца в мульти прохожу. Космонавт. Не, ну вы посмотрите, какие у меня ж... кубики на пузе. Инфинити-броня просто нервно курит в сторонке. У меня даже вот этих два-два говорил да есть. Жесть какая! Сзади себе покажи, покажи себе сзади. И баллоны видно. И варнинг. Варнинг варнинг. Прелесть. А может, и не будем менять? Ой, 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 что-то происходит. А что я такая шустрая? И летаю быстро. Мне нравится. Пузики на кубики. Табличку открой, посмотри, это прелесть. Уже открываю. Подождите, подождите, я так быстро ношусь. Ой, что не, что не понимаю, что происходит. Итак. А можно мне по поменьше ground speed? Все равно быстро. Feeder true. Flight true. Healer true. Air true. Uh, remove poison true. Extinguisher? А вот это не знаю. <laughs> no clip flight lock. Без понятия. И можно fly speed ускорить. Нет, не надо. Извините, простите, пожалуйста. В смысле? Подождите. Скорость 0,02 значит, что я должна летать медленнее. Да что такое было? Да что такое было? Капец. Так давайте еще чуть-чуть, не, не так, вот так вот. А я сейф не жму, да? Я сейф не жму. Давайте вот так вот. <с solves> Господи, что происходит? Что происходит? Что происходит? Жесть какая! Remove poison, true. Для яда не пройдет. Блин, <с egy> сейчас отключу. Идем к дракону, летим к дракону. Я тут, кстати, находила дракона. Но что будем его мечом тыкать или просто стырим? Ну, как бы задания убить нету, так что нам... нам... Господи, что читали, читали. Читали, что читали. Да я в шоке. Капец. Не, ну это жесть. А, кстати, инфинити броня, она не настраивается. Хотя они тебя полностью защищают от всего. Стырим. Стырим. Пошли. Где-то тут я находила дракона, я вроде бы ставила точку. Вот тут дракон. Короче, лечу я такая, лечу, что-то искала, я что-то искала, какой-то биом или что? Я не помню, что я искала. Я подлетаю где-то сюда, а лечу просто в какой-то вот из первых каких-то начальных вот этих бронек. Можно сказать, что пр практически голышом. И тут я слышу рев хаос дракона. Это был шок. Это не просто шок был, это был капец, как я испугалась. Где-то там стоит хаос. Вот. Буквально каких-то тысяч. Я не думала, что он так близко будет. Я просто там слов нет, слов нет. Давай его потыкаем немного за бачок. Сейчас посмотрим. Если он меня совсем пробивать не будет, то потыкаем, поиздеваемся над ним. Но это будет, знаете, такое надругательство над животинкой. Но если я увижу, что по мне прилетает урон, то я, во-первых, возьму в руки, не знаю что, что, не знаю, вот у меня есть еда. У меня есть еда, я не знаю. Она никогда не спасала при хаос драконе. Но, в принципе, без этой броню зарядила, ну так? Или нужно больше? Вернуться, зарядить больше? Давайте, все. Норм? Верю? Погнали? Бить или, тырить норм? Вот, видите, вот это явный признак дракона. И он где-то здесь. Вот его вышки. В принципе, можно их и снести. Ой, у меня стрелялок нет. У меня есть... О, у меня есть эти. А где дракон, кстати? Эй! А взрываться будем? А что он не взрывается? Я что-то путаю или что? А то он их должен взорвать что ли? Или что? А если стукну? Ты да что ты шустрый такой? Эй, 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 эй! Я что-то в него не попадаю, ребят. А? Мне страшно? Подождите, мне страшно, мне очень страшно. Ну, ломайся. Вот. Пошли тырить. Нет. Ну подождите, а как вы его тырили, если оно под защитой стоит? А что вы мне рассказываете? Ты не стыришь, пока. Подождите, он теперь как-то по-другому бьется. Почему я не могу снести эти штуки? Их как-то взрывать нужно. ФЛН как-то там. ФЛН. А ну-ка, попробуем ими. А, иди, иди в пень. Иди в пень. Эта штука не бьется никак. А вот, убила. Есть, хорошо. Все, поняла. Замечательно. С зарядом все окей. Хорошо, все, поняла. Но я, я просто не поняла, почему оно не убивалось. На нем просто висела эта такая защитная штука, как на кристалле. Видимо, пока дракон прям совсем в активную фазу не войдет, ты сам ломаешь. Спасибо тебе большое. А я думаю, как я буду этот обсидиан там разносить? А ты мне помогаешь. Это умничка. Извините, я, это я это не попадаю. У меня же дальность до доставания просто как у этого у Маугли. Вот. Я убила, да? Your так is blocked by the guardian crystal. Кристалл. Гвардиан кристалл есть. Сюда лети. Снеси, пожалуйста, эту. Спасибо. Какой послушный. Эх, попала, попала. Господи, сколько их. Ну все, это избиение детей просто. Так, немножко вас Только с инфинити киркой. А, -а, а, с инфинити киркой. Я тебя ломаю или не ломаю? Что-то не понимаю. Бью, не бью. Это вообще я их ломаю или он? Вы пролетите. Коробочку, пожалуйста, можно вот эту? Спасибо большое. Что, Что взорвалось, я не поняла. Ты. Давай. Есть. Что с зарядом? С зарядом все нормально, кстати. Попала? Нет? Не попала. Вот. Все уже мертвы, да? То есть, по сути, кристалл должен быть свободный уже, да? Нет. А что, кто-то еще остался жив? Видите полосочки какие-то? Вижу, все, я тебя засекла. Или вы ресаетесь? Не, ну если вы ресаетесь, это вообще не прикольно. Ужух. Дальше под защитой. Кто еще тебя хиляет? Ой, я его ударила. А, у меня же дальность доставания какого у этого? А ну, иди сюда. Сейчас будем проверять, какая у меня дальность доставания. Иди сюда. Летучая ты птица. По-попе, а по-попе. А <свист> ну, ну, шустрый, как этот, как электровеник. О, резаются кристаллы. Кто из вас? Кто из вас поро порозитов? Не надо, не надо, я тут бью. Вы мне мешаете немножко. Бум-бум-бум. Чуть-чуть. Ну, такие резкие пируэты тут вытворяет. Все равно он меня напрягает Я не знаю, я, я неуязвима И все равно он меня напрягает Причем на всех сборках, на которых я его только била Самым смешным было Я не помню, то ли на первом, то ли на втором озоне Давайте вернемся сюда, он что-то далеко ушуршал Самым смешным было то, что там было ограничение Ограниченное количество жизней. То есть Ты исчерпал свои э, жизни И все, у тебя мир схлопывается И кирдык и, короче, когда ты прилетал в креативе, я создала еще один мир, прилетела в креативе к этому чуваку, и он меня в креативе убил так, что у меня сожрало все жизни. Вы себе представляете? Сразу так обозначивает, какая цена смерти на этой, на этой птице получается. Давай лети над островом. Давай я тебя здесь убью. Нет, нет, здесь хочу. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Ну, видимо, инфинити-кирку нужно было сделать. Видимо, про нее говорили ребята. А, мы упустили этот момент. Где это там? Над островом, говорю. Вот, отлично. Все. И его душа всасывается в эту штуку. Правда, где мой лутик, я не знаю. Я хочу лутик с дракона. О, 200 уровней. Обожаю. Мы можем, кстати, забрать вот эти штучки. Не знаю зачем. Наверное, не будем. Ай, все плохо. Иди сюда. Уходить. 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 Все, схлопнулся. Что мы получили? Пять штучек получили. Ты уже схлопнулся или нет уж еще? схлопнулся. Бахнул так. Не-не-не-не. что-то там еще происходит. Помню, на первом озоне такой прикол был. У Рамона видел. Вот, я, к счастью, это затестила в тестовом мире. Мне не нравится эта туча. Мне совсем не нравится эта туча. Что происходит? Отстань! Что творится? А, -а, а? Я могу яблоком убежать? Пора удирать. Да оно не должно так далеко быть. <сíck> Догонялки. <сíck> Там какая-то багуля была, короче, с этими жизнями, с этим драконом. А ты не хочешь просто свалить? А как же пощекотать нервишки? Не, ну я бегаю какой-то капец как. А куда я эту карточку делала? Ребята, куда я делаю эту карточку? Я сейчас еще одну скрафчу. Отвечаю, скрафчу. Так, нам нужна еще одна карточка. Я куда-то ту профукала. Иди сюда. Хорошо, что у вас крафт легкий. Давайте скорость на земле прям совсем в ноленьку. Сейф. Можно? Ну хорошо, не в ноленьку. Как ты там двигаешься? Можно тебе мышка? Нет, мышкой прям много. 0,7 это минимум. Не, ну окей, 0,7 нормально. В системе карточка нормуль. Он что, сжирает 10 каблоков? блоков разве? Он раньше столько не сжирал, он только свой остров жрал. Да и здесь генерация какая-то странная. Он заспанился над островами. Фух, ну вы поняли, на что вы меня толкнули там? -то? Значит, куда идут хаос эти шардики? Хаос шардики идут на дракониум реактор. Мы его, наверное, по какому-то заданию будем делать. Я смотрела там какие-то задания страшные. И идет, собственно, на э -э, хаотический кор. Вот, пошли, сделаем хаотический кор. Спасибо, фа -фа Фанли. Фанли, здравствуйте. Спасибо за фолл. Давайте возьмем дракониум. Вот так вот. И awaken it. Uh, uh, awaken it. Иди сюда. И, к счастью, этой штуки будет им Сишка. Uh, я подозреваю, что там, где. Господи, как оно все быстро происходит. Карточка. Я тебя опять выкинула. Отцепьте мне тормозов, пожалуйста. Как ты там броня называешься оверлодед? Я, я уже полностью оверлодед. Знаете, такой переполненный чувствами. Uh, так, давайте вернем где-то вот uh, в, в 0,7. Хорошо, это нормально. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, чат. Здравствуй, инженер 32. Доча смеялась, когда ты убегала, и говорила: не нравится туча. Не нравится. Я очень усердно убегал. Давайте мы эту штучку самой, с собой будем носить, а вот это закинем в систему. Потому что... что я это в сумке-то ношу? Вообще зачем я сумку ношу? Это совсем другой вопрос, конечно. Но пускай будет. Итак, пошли штучку. Пошли штучку штучить. Oh, оу вот oh, yeah. Yeah. oh yeah. И self подписывает инженера. Спасибо большое, Селф, за очередную подписку и добро пожаловать в Ковен инженеру. Спасибо большое. Давайте, любви в чатик. Туча серая, большая и двигается на меня. И еще я знаю, что этот дракон... Ну, то есть, когда ты тыришь кристалл хаоса, там что-то взрывается. Я никогда не смотрела сблизи, как оно взрывается. Я, в принципе, не знаю, насколько далеко оно взрывается. Поэтому было немножко боязно. Боязно. Так, а теперь такой вопрос. На этот столик можно ставить все или только штучку? Штучку. Штучку это прекрасно. Значит, сколько нам нужно слитков? Нам нужно поставить 4 слитка, 4 кора. 4 слитка, Четыре кора и хаос штучку. И у пошла магия. Правда, магия такая, что ничего не видно вообще. Ищут всех, кто без подписок. Да. Прицельными выстрелами, короче. Отстреливают всех ансабов. Всем нужен котелок. Чтобы варить. Всякое, всякое. Кстати, насчет нашего Дейзи да такой читер и не говори. Кстати, насчет нашего Инктобра, инту, инктобря и, и порисовашек, вот, мы будем варить елюшки. Елюшки. Да. Так что, кто еще не рисует, давайте присоединяйтесь к нам. Не обязательно, мне кажется, выполнять все дни. Я, конечно, догоняю, потому что я люблю выполнять всяческие списки, вот это все. А -а -а вот, а вы можете присоединяться там на какую тему хотите. И у нас есть хаотические коры. Много. Да, да, много коров. Выпью Яда. <с jakby> Сейчас Яда возмутится. Наварим тут и нагоним, и будем зельями торговать. Ничего не знаю, зели хорошие, наваристые. Главное котелок отполировать. Вот. Хорошо, хорошо. С этим мы разобрались. Это круто. Ну что, давайте тогда ветку драконика закрывать, что ли? Шоли. А? 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 Как вы на это смотрите? Выглядит резонно. А вот здесь я эти капаситоры не зачла. Ой, нет, 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 рак, рак, вернись. Ра. Ра. К. Иди сюда, тебе тут не место. Ну почему же, может, обрадуется? Выпьем яду. Не надо выпивать яду. Яда, яда числит. Мне... В общем. Ну, в общем. Так, давайте немножечко это почистим. Ну, не, ну броня вообще вущ. Рак, вернись. Ну, эти монетки называются раки. <laughs> Еще 40к надо на игру. Есть одна игрушка про Алхимиков. Интересно, достаточно. И в тему будет этот поушен. Что-то э, там. Э, она у меня достаточно много стоит. О, это копаситоры. Кап копаситоры. И, знаете, есть деспасита, а это капасита. А почему дровер с раками не в стене с дроверсами? Не знаю. Раньше он стоял возле кроватки, это как была прикроватная тумбочка. А потом, когда я все это переносила, почему-то я его вот на почетное место сюда и свеч, свечу возле него зажгла. Я да на работу уехала, да, и в чатике появлялась. Да, Potion крафт. Она... Ну, ну, смотри. Смотри. Как бы, решать тебе? Так, нам нужен виверн-капоситор. А, из него потом крафтится этот. Рако-тумбочка. Крафт есть на Кеймейлере. Они рассылали тогда только демку. Вот. Они полноценную игрушку не рассылали. А потом, когда я запросила ключик полноценной игрушки, они мне отказали. И я такая: "Ну окей, нет так нет, на нет, так... нет и сюда нет. Uh, Покупать я это, конечно, не буду. Нет. Mm, она в бетке была достаточно скучная. Они там добавили каких-то плюшек, но не знаю. <звёк> Чё, блин, <звёк> в смысле? <звёк> Как это понимать? <laughs> в смысле, так поушен сырой же еще. Вот-вот, да он и в демке был сырой, и, и сейчас сырой. А стоит как не весь что. Вот. В демку я потыкалась. Тогда Тигра стримила демку, я сразу пошла и посмотрела ее. Вот, но меня хватило буквально на полвечера там разобраться во всем. Сейчас там добавили всяческих штучек. Прям такая волна была, все ее стримили. А я что-то такая прихожу, так ничего не изменилось. Усю беда Ее выпустили, но, но она какая-то не сильно доделанная. Посмотрим, посмотрим. Может, я еще раз попробую попросить ключик? Я всегда даю еще один шанс играм. Мы что, делаем эту штуку или нет? Матрешки в студию. Давайте сделаем сначала этот телепортатор. Выглядит э, несложно. Выглядит совсем несложно. Драконик Эволюшн. Нам нужна вот такая штучка. Дислокатор самый обычный. Все на него идет. Просто все. И какой-то Sugar Infused. Что ты такое? Sugar Infused Core. Квинтэссенция диабета, честное слово. Сахар на сахаре и сахаром погоняет. Есть шугар кор. Лизнуть бы такую палочку. Mm. Жмак есть жмак. Отлично. А в этой штуке есть нету. На С на Стиме написано Early Access. Ну вот видите. Ну, взяли себе за моду. Ну что это за Early Access? Ну серьезно. Ну ну как так. Сахарная палочка, что не нравится. Сахарная палочка. Так, и теперь нам нужно сделать супер-супер-пупер-друппер-транслокатор. Сюда идет э, три эндерперлы. Эндер. Перлы. Эндер Раз, два, три. А сколько там драконика? 4 драконика и один вивер. Да иди ты сюда. Ви... Виверн. И четыре драконика. У драконика нет АМС, так что драконик мы забираем таким макаром. Драконик. Раз, два, три, четыре. Пошли инфузить. Где наша не пропадала? А у этих штучек, кстати, 256 миллионов. Давайте зарядим одну. Заряжайся. Может, мы ее вместо той штучки будем носить. Больше миллионов. Больше миллионов. Богу, миллионов. Лиса АФК. Хорошо. Три. Три, четыре. И три перлинки. Так, кажется, я что-то сняла. Или не поставила. Что случилось? В смысле? Окей. Okay. And... Она, наверное, упала мне э, в этот данкнул угу. Теперь старт. Погнали. Сахарная палочка. Тут с этими конфетами тут же есть сингулярности с этих конфет, кажется, или куда я их крафтила. Короче, эти эти сахарные штучки идут на всякое, на всякое страшное. Ну-ка, ну-ка а ну сейчас посмотрим. А, вот это, вот это, вот Hardened Rock кэнди через факторайзер. Да, да. И есть сахарная сингулярность. Сахарная сингулярность. Мечта моего детства, как говорится. И вот это телепортатор всех телепортаторов. А я их выкинула давным-давно и стояла, сеяла час. А я нет, я их я их так рука у меня и не поднялась, когда переезжала. Я просто войт апгрейд сюда засунула. Так их храню. Ничего себе, все вытянулось отсюда. Как так-то? Вот это поворот. Вот это поворот. У них то ли МС нет, то ли еще... Нет, есть вроде МС. Так, мы сделали крутой телепортатор. Надо будет потом сюда точки записывать. А корочка, корочка запиталась? А корочку можно сюда засунуть? А теперь такой вопрос: а почему корочка не заряжает то, что на мне? Чарч Армор и она такая хоп и вся разрядилась. Заряжайся, заряжайся, следующий. А ты? Ты тоже в ноль? Прелесть какая. Хорошо, поняла. Сладкая сингулярность. Мне в чай, пожалуйста, шесть штучек. Ужас. Сахарная сингулярность. Наше отражение в зеркале после обеда. Кто-то ел конфеты. Упс, упс. Признаюсь, признаюсь. Сила есть, воля есть, силы воли нет. Нет. Потому что, поэтому, когда Саша там, планирует какие-то вкусняшки покупать, я говорю, ты либо прячь, если ты что-то себе покупаешь, либо покупай в столь мизерном количестве, чтобы я не могла себе навредить этим. <laughs> Как-то так. Потому что я и сладкая, это... это длинная история. Ну что, будем инфузить эти штуки? Да, мы как раз к 11 закроем, наверное, ветку. Но вот эту палку мы, наверное, не сделаем. Не, не, не я, я не знаю. Мы попробуем. А, Но ну давайте сначала вот с этим разберемся. И там такая фигня получается, что, что там все участвуют или не все. Покажи мне, и я скажу тебе, сколько вас там участвует. Нам нужно сделать этих. И участвует у нас 4, 5, 6, 7. 7. А у нас есть 10. То есть я могу 5, 6, 7. Я могу сразу 3 снести и по 3 делать. Ой, кабель, кабель, кабель. Плашка и сладкая. Как Дэйви сухой. У меня дочка 4 года. Может стянуть конфету, а фантик спрятать. Я уже взрослая. Я могу не прятать фантики. Я уже большая и могу не прятать фантики. Нам нужны алмазы. Вивернкоры и пробужденный этот. Эвейкнет. Иди сюда. Diamond. Иди сюда. И вивер. Ви. Ви. Ви-ви-ви. Ви-ви-ви. Значит. Раз, два, три, четыре. Один этот и две вот этих. Е Ей. Панчики-то можно спрятать, а вот попу потом не спрячешь. Да. Вы, вы, вы что, на зло? Вот э, час к ночи двигается, а вы тут про еду, да? Да, да, я вас знаю. Вы это специально делаете. Угу. Ни, одо, ни один маломальский длительный стрим не обходится без разговоров о еде. Это какое-то проклятие просто. Раз, два, три, четыре. Да, у нас есть фа-фа-фа, но мы на этом не останавливаемся. Мы двигаемся дальше. У нас есть цель. Нам нужно переделать все. Видите, какой непереборчивый. Он из плесенью может съесть. Вообще. Я тут чай с ромашкой ой все правда холодный капец честно говоря даже термокружка моей стримы не, не выдерживает э а я вспомнила как мы делали с вами прошлой зимой я вспомнила в, в термосе у меня чай стоял а я думаю ну морозов-то нет еще зачем чай в термос И... и потом, и потом Это будут хаотические Вот, чтобы сделать хаотические Нужно хотя бы 6 вот этих сделать Это у нас есть Драконье яйцо тоже есть Мне, кстати, пришлось дракона второй раз убивать Потому что я Я что сделала Короче, я стукнула яйцо Которое у меня стояло тут на генераторе И оно куда-то улетело и и в Энди она не появилась. Здравствуйте, Вомбадрагу. Здравствуйте. Я работал год. В магните каких только сыров не было, а с плесенью самый частый был, когда холодильник ночью выключался и стоял выключен в 12 часов. Я к вам заскочила сделать предложение поиграть в игру моего знакомого, недавно выпустившего его в Steam. Напишите мне куда-нибудь. Например, в ВК лучше всего. Или в Дискорде личным сообщением. Это в чатике не пишут. Вот, я, в принципе, люблю посмотреть э, новые игры. И если не трешак какой-то, то я только за. Вот. Но не в чатике. Для этого есть э, в крайнем случае почта. В крайнем, прям совсем крайнем. Так, э, нам нужно теперь с этой стороны. Четыре. Раз, два, три, четыре. А, я же ж вас не переключила на режим. Да, я вас не переключила. Так. Сингл айтем, сингл айтем, сингл айтем. Прелесть. Как я жила без этой функции раньше? Она вообще была раньше? Должна была. Как без нее? Погнали. Флажка, зачем тебе... Здравствуй, сова! Здравствуй! Дейзи же может тебе свежего чайку принести. Чайник стоит возле меня, и он будет шуметь на стрим. Ну, как бы, и он остывает быстрее. Сюда ссылки нельзя кидать. Нет, напишите мне сообщение. Внизу есть ссылка на ВК, например. Или на Дискорд, или где там вам удобно. На Ютубе, например, в описании есть вроде бы эмейл email для контактов. Как-то так. Ну или давайте сюда, в личное сообщение. Просто стрима чатик э, убегает, и я потеряю это. Сейчас я этим заниматься не буду, а потом после стрима личное сообщение могу почитать. Они никуда не пропадают. Да. Вот. Вот тут обычно такое бывает, порекомендуют какую-то сборку в чатике, я такая, блин, сижу после стрима и вспоминаю, хоть бери и стрим пересматривай, э -э, так поди и вспомни, в какой момент это писали. Беда Совсем? Я думаю, его прямо на Дейзи можно подогреть. Да какое? Да какое? Вы сильно пере переоцениваете. Гранатик, а ты крышу, крышу делаешь. Она съехала. Кто любя? Куда любя? Опять в чатике происходит что-то, что-то мимо меня. Ну ничего. Так, есть три таких. Замечательно. Тут тоже режим поменять нужно. Так. Значит, раз, два, три, четыре. Один. И не то. И не то. Совсем не то. Вот это. Замечательно. Есть. Старт. Погнали. Если долго будет работать компухтер, то и на нем можно погреть. <как> Чисто теоретически, да. Хотя, вот, как мы вот спасибо вам всем огромное за помощь. Собрались и вернули память флешки, то уже так сильно не перегревается, как оно перегревалось. Так, что я делала? Четыре, один, и два. Про любя мы говорили, что использовать Дейзи бесплатно. Отпрайда водянку? Зачем? Не знаю. Оно мне выглядит очень страшно. Вот когда ты какую-то электронную штучку запитываешь, это, охлаждаешь чем-то жидким, а вдруг протечет кстати, на Ютубе я видела парочку видосиков, когда там запускают водяное охлаждение, и оно течет. Я такая, ужас! Он там со спецэффектами в виде искр. Я уже видела искры. Это страшно. Очень страшно. Больше я не хочу не слышать, не видеть искры. Вот, и нам нужно еще два этих апгрейднуть. Э, а потом один хаос сделаем. Э, вот, и... А остальные я сделаю за кадром. Я, правда, не знаю, нужно ли будет их потом использовать. Ну, так, чисто для того, чтобы шоу-булу. Шо а то... А то что? Чё... Блин, опять снесла. А то что это я? Что, я себе позволить не могу? Тем более, что этих штук есть TMC. Да просто такая читата сил нету. Раз, два, три, четыре. Мне кажется, даже... А, кого из вас я не настроила? Тебя не настроила? Мне кажется, даже... Кого еще не настроилась? Актив, актив. 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 На сингл... На этом... На озоне Light даже все как-то серьезнее было. Там, я помню, приходилось какой-то автокрафт э, на этой инфузии делать. А тут вообще халява. Ложечка, это такой кайф, тихоня. Обычно у меня в комнате что-то еще шумит, поэтому я не оценю этой тишины. А ОБСК в последнее время очень хорошо справляется с подавлением шума. Я как помню, раньше мне приходилось отдельно вырезать звук и его очищать. А теперь я слышу на записи, что шума нет того, который был раньше. То есть ОБСК с этим хорошо справляется, развивается просто семимильными шагами. Если бы тогда у нее был такой функционал, то не пришлось бы покупать программу для записи. Теперь она лежит у меня такая одинокая и скучает. Так, и теперь делаем хаотичную эту штучку. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится, опять-таки, 4 алмаза, яйцо дракона. Раз, два, три, четыре. Драгон. Драгон. Все, драго... Все драконы бегите. И хаос. Одна буквально вот эта штучка. Вообще халява. Зачем я последнюю ставила обратно? Так, раз, два, три, четыре. Яйцо. Хаос штука. И вот это. Старт. Погнали. Ну что, флешка, еще раз разрядим батарейку. Да, надо, я забыла. У флешки напротив такая башня радиаторная стоит. Да-да. 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 Да-да-да. И тебя тоже. Ну, блин, вот эти все цветные, а этот просто черный такой. Там капец. Так, с этим разобрались. И у нас, по сути... По сути, из драконика остается только палочка. Палочка-ломалочка. Это действительно палочка-ломалочка. Такой многофункциональный штук, что прям сил нету. И э -э -э, вынести ее. Ну, окей, окей, давайте начнем с малого. Просто начнем с малого. А там посмотрим. батарейку моментально просто броня такая Ам! <laughs> и и беру в, вобрала в себя сосала я я даже не знаю как объяснить что она сделала с этой штукой вот так это просто закидываем сюда и э, делаем жмак и оно мне говорит что это все есть отлично значит нам нужно кристалл матрикс мат Рикс. Есть одну штучку. Кстати, оно там продолжает? Там инфинити. Ой, давайте посмотрим, сколько у нас инфинити. Чисто ради интереса. Infinity. 24 тысячи. Мне кажется, пора говорить. Котелок не вари. Есть. Дальше, что нам нужно? Нам нужно катар и морнинг стар. Это я делала. Катар. И morning star. Морнинг стар. Есть такая буква. Отлично. Что еще нужно? Нужно, например, супремиум Sword. Прикольно. Прикольно. Хорошо. Хорошо. Дальше что нужно? Спектральный Sword. О, спектральный? Давай. Я вроде бы могу такой сделать. Спектральный. Uh -oh. о Почему? Почему я не могу тебя сделать? Далеко тыкать, блин. Раз, два. почему раз, два? Дай мне побольше. У всех штук там есть EMC, а я тут стесняюсь. Есть. Спектральный сворд у нас есть. Дальше что? Light Crystal Sword. Light Bright Crystal. Б. 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 Вот есть. Да не то. <связь> брайт кристалл. Мне нужно взять палочек. Все мечи делаются через палочки. Мне нужно взять палочек, да, побольше. Хорошо. Н не получилось. Н не в этом столе. Окей. А в этом. Ой, здесь был брайт кристалл. Ну, ничего. Есть. Оружка. Следующий. Больше матрешек. Богу, матрешек. Да. А Через синенький кристалл я могу тебе shift кликнуть? Нет, кажется, нет. И это кирка должна быть. А зачем, зачем там кирка? Есть кирка. Хорошо. А дальше. Стеллар. Стеллар-кирка. Давайте попробуем. Звучит интригующе. И, и ничего нету. Стеллар. Ну, вроде бы это то, да? А, дальше. Infinity Rod И Fused Stick. А, что? Нет, это нормальная палочка, может пойти. А что там за кусочки? <laughs> что происходит? Нет, это... Я этого не ожидала. Dark Steel Nuggets. Давай. Вот, это поворот. Ну, не, не знаю, про... Вот да. Да, написали мне личным сообщением. Я потом посмотрю. Так. А это что? Кто там ведьма? А мы вроде... Разве не делали? Резонатор. Резонатор и ведьма. Резонатор. И там соул вял с ведьмой. Мы, кажется, тогда на одну больше взяли. Соул ла-ла-ла-ла. ла ла Шулькер. Эндермен, эндермен, эндермен. С эндерменами я психанула, потому что думала, что их нужно. Вот, ведьма. Отлично. Ведьма! Жечь. Игра называется, вот, если вам интересно, игра называется Now You Can't See Me. Теперь ты меня... Не, не можешь увидеть. Теперь ты не можешь меня увидеть. У меня 230 уровней. Я так люблю, когда у меня много уровней. Я не знаю почему. На психушке там прям вообще у меня в какие-то крайности эти уровни ускакивали. Тащилась от этого. Так, давайте эту кирку забабахаем. Замечательно. Где палочка? Я же ее сделала. Не сделала? Нет? Вот этот поворот не сделала. У палочки есть EMC, кстати. На всякий пожарный. Давайте. И теперь, 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 теперь-то да. Теперь да. Отлично. А дальше что? Дальше мне предлагают сделать что-то там драконьевское. Это мы будем делать. Вот. И фаер-кристалл-лопатку. Ну, фаер-кристалл-лопатку давайте. Вроде бы даже кристальчик есть. Хорошо. Хорошо, фаер кристалл лопатку. Ой, пока мы отсюда не отошли далеко, смотрите, у нас тут вроде бы с этой стороны что есть. Дарк кристалл меч. Дальше. А, Air кристалл Топорик. Все что только можно было. И вот, Air кристалл Тяпка. Вот, теперь точно все, что можно было, с этого сделали. Я посмотрела трейлер и ужаснулась. Не, ну если это какой-то трешак, то вообще даже без вариантов. Uh, так. Так. Итак. Итак. Что дальше мне предлагают сделать? О, фейри, фейри, фейри. Файри, файри. Я постоянно читаю это как-то неправильно. Это фаери. Вот, фаери меч. Легко, замечательно. Uh, дальше. Флакс инфьюст палочку нужно как-то особенно за, за, за это. Блин, <laughs> ну что такое это да, происходит? Прекрати, прекрати палочка. Палочка Obsidian рот. Теперь-то здесь, да, во, наконец-то. А теперь через юзач можно вот так? Супер. Супер, замечательно, спасибо большое. Тут много всякого, всякого разного. Ну вот, с этим разобрались, хорошо. И и вот еще Stellar Акс, блин. <laughs> Хорошо, что я палочку выучила, конечно. Но нам срочно нужно идти и ведьму искать. Так что идем на поиски ведьмы. И э, как называется эта штучка? Ну, короче, логика. Логика крафта прослеживается. Резу Зонатор. И нам нужна ведьма. Желательно не одна. Желательно не одна. Ведьма и компания. Да, я тогда поймала четыре, и вот только что последнюю использовала. Надо было ее в спавне разсунуть. Я полностью с вами согласна. Вот. Ну как же охота на ведьм? Классическая русская забава. <с backlinks> Каждый вечер. <с humor> 31 декабря мы собираемся с друзьями и идем охотиться на ведьм. Как-то так. Надо смотреть все-таки на монстров, потому что мы же ведьмы ищем. А я на чатик отвлекаюсь. Не, ну дамы, ну серьезно, на вечеринку хотите? Ау октябре. О, октября это даже вообще в тему. То, блин, точно, это же Хэллоуин там. Я не знаю, я не знаю. У меня все крафтовые тетки уже на рождественские э, открытки перешли, так что Хэллоуин как-то уже прошел. В моем понимании Хэллоуин уже прошел. Давайте еще одну найдем. Вдруг. Вдруг найдем. Портал там. Ну, давайте в эту сторону двигаться. Может, еще что-то найдем. Меньше, меньше ведьм становится. Видите? Извела бедненьких совсем. А, кстати, нужно морально к этому подготовиться, что за день до Хэллоуина в школе скажут, что нужно костюм сделать. Да, нужно подготовиться к этому. А, нет, не ходит. Эль Чико де Майнкрафт. Мне кажется, Чико это девушка. Нет? Я ошибаюсь. Девушка из Майнкрафта. Холла. Я знаю, только холла и Адиос. Карантин, какой ходить? Какой карантин? Тут, тут карантин только тогда, когда кому-то это выгодно. Вот все. Где карантин? Какой карантин? Кто сказал карантин? Не, enchanta español. <laughs> ah, <no. laughs> habla española. А, no, не, не, habla па, как-то так. Нет, <laughs> нет, я испанский, это, это очень мимо, очень мимо. Но мне испанский, кстати, очень нравится. И когда у нас распределились группы, и у меня одна крупница пошла учить испанский, я в тот момент немножко пожалела, что выбрала французский, на самом деле, честно признаюсь. Мы полтора года на карантине просидели. Да та же фигня, та же фигня. Ведь всех собрала в свой ковен, вот и не осталось. Точно, все же в ковине. Верняк, ребятки. Просто верняк. Итак, что нам еще нужно сделать вот из этой штучки? Все очень страшно. Что это за такие? Armor плюс. Ага. А вот это мы могем. Чико, это мальчик. А, спасибо. Спасибо. парлевуки что-нибудь на родном французском. Нет, у меня с французским на самом деле очень грустная история получилась. Первый год все шло хорошо, я и в школе учила французский, но на втором курсе у нас попалась у преподавательницы такая, что если ты просто белиберду с французским акцентом ей наговорил, она такая, да, хорошо, садитесь. Вот, и поэтому за второй курс я сильно себе угробила. Потом на, на третьем у нас пришла уже нормальная, но как бы момент был упущен, так вам скажу. Почему мы не пошли и не пожаловались, я не знаю. Глупые были, потому что, ну, как бы это наше знание, нам нужно было за это волноваться но, к сожалению, вот так. Ну, как бы мы получили свои там четверки пятерки фактически на халяву, что может еще студенту нужно быть. Но теперь я понимаю, что это было большим упущением. Не то чтобы, ну, без практики оно выветривается просто моментально. Так что я здесь бы им не пользовалась, и он также, точно так же бы выветрился. Хотя было бы более обидно за то, что потрачено было время и силы на учебу. Итак, нам нужно визор, всяческие штучки. И Незерстары. Вививи. -ви -ви. Визер. Визер. Кости. Не, вот, да. Е Ей! Черепа и Незерстары. Какие клевые штуки! Дрюки понапридумывали. В каком столике это делается? Покажи мне, я скажу тебе. В зеленом. В зеленом. Я вот. Вот в этом моде я не понимаю, почему в столе выше тиром я не могу э, сделать э, как бы предыдущее. Вот тут я немножечко не улавливаю логики, но понять принять. Опять в зелёном, это у нас всяческие приз призмарины и гвардианы. Хочу Манты, кто знает хорошие тут. жене Манж, посижу. Посижу, посижу. Да. Печально, печально. Прям, прям вот этот факт расстраивает. Но учить я его опять не буду. В флешках Броня хочет кушать, покорми. Её». Спасибо. Это моментально и все, все в броню вывалила. Ой, я что-то выучила. Что я выучила? Что я выкинула? Блин. Явно что-то что-то не то. Так, Эндер Драгон. Эндер Драгон, это у нас идут э, дыхание и это. Эндер Драгон. А просто Драгон дра гон так броня слезала батарейку что я выкинула в столик вот вот в чем вопрос к черту к черту броню что я выкинула нет я понимаю что она теперь в столике есть э, хоть хоть не в мусорку но но факт остается фактом. Я не поняла, что я выкинула. Или я батарейку выкинула? Подождите, нет батарейку я поставила обратно. Узнаем на записи стрима. У меня не хватает, как бы, толерантности к себе, чтобы пересматривать свои записи. Как-то так скажу. Мне становится себя очень много. Вот, и что у нас осталось? А, мы еще вот это можем сделать. Или не можем. Что это? Что это такое? Что это такое-то? Ты, 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 ты кто такой? Ой, кажется, тут пошло что-то не так. А тут любая тяпка пойдет. Может? Ну, давайте фейри мы так сделаем. Ферема так, что-то там они не залочили, там какая-то видимо должна была быть э, определенная тяпка и короче не залочили и все сломалось. А или это Тинкеровская? Любой Тинкеровский. И у меток так. Um... -a -a. Я, я это. А. а, здесь у меня топор. А я так и не делала. ли? Так можно сделать с каких-то... Что у меня тут есть? Ничего у меня нет под это дело. У меня есть э -э, кама какая-то. Из кактуса. Точно. Иди сюда. Иди сюда, красавчик. Значит, что нам нужно? Нам нужна палочка. Сайкл. Там нужно вроде бы лапор и... Лапор. Лапор и топата. Лапор и топата. И все не, ну вы, ну вы это слышали? Лапоры топата. И будем топатить. Нужна экзотика. Круче лопора и топаты просто нет. Все. Лапор. Жесть. Флешка и вговорить поддерживаю, делаем из инфинити. А тут нельзя инфинити расплавить. Тут, кстати, даже эвейк над драконьем нельзя расплавить, к сожалению. Хорошо, с этим, с этим мы разобрались. Давайте вот так здесь в этом, в этом будем смотреть. И осталось у нас драконевых три штучки и суприм сорт Давайте разберемся с суприм. Лопатить и топорить это хорошо, да. А копатыч вообще звезда. Так, нам понадобится Ага, мы сразу можем делать этот. Хорошо, понятно. Но нам понадобится сделать все предыдущие эти штучки. Жмак. Дальше. Жмак. Нету. Э, нам нужна... Эссенс. Мне нужно порядок видеть, потому что я забываю. Прудентиум. Прудентиум. Четыре штучки, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Next. Start. Печаль беда. Где печаль беда? Все отлично. Все замечательно. У нас сейчас все будет. В стали у меня, кстати, предостаточно. Дальше нам нужно... Точнее, давайте попробуем сначала. Если не проканает, то доделаем. Не проканала. Значит, дальше нужно интер... 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 Крафт. Четыре штучки. есть. Автокрафты рулят. Э -э Сюпериум. Сюпериум. Четыре штуки. Все еще хватает. Сюпериум полет нормальный. Четыре. Есть четыре. Жук. Жук. Готово. И дальше, ну сюпремиум точно есть, сюпремиум точно есть, Это прям вообще без вариантов, вот сюпремиум есть. И теперь нам нужно, а, что? Нам нужно один слиток заказать, буквально один. Сначала палочку сделаем и закажем один слиточек. Супер, вообще дешевый. А, сюпремиум, а, сюпремиум, один слиточек. Да нет, один, пожалуйста, один, один, next. Все пучком. Все схвачено, все замечательно. Вообще как по маслу. И вот напоследок останутся драконевые штучки. Сейчас посмотрим их рецепты. Может, я их за кадром сделаю. В принципе, у меня есть план, что я буду делать за кадром. Мы будем сжимать, сжимать и еще раз сжимать. И все пережимать. Вот. Но сейчас посмотрим, насколько они сложные. То есть осталось только четыре вот этих драконим штучки. И они все идут через инфузию. И делаются они из виверновых. А эти делают, в свою очередь, из обсидианов. Ну, может, и успеем? Давайте. Давайте попробуем. Пробовать. А, Дракониум Ковалюшин. Итак, что там надо? Мне кажется, проще их вынести просто. Да? Вот нужно а, лопату, кирку и тяпку и меч. Четыре штуки. Хорошо. Лопата кирка, тяпка и меч. А, так. 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 Лопата кирка. Тяпка. Тетя тяпка. Почему лук не заставляют сделать? Хотя да. А, это не меч. Ой, точнее, это не тяпка, это топор. No, God, no, God please, no, no! Ты блог гаи оживила? Нет. <laughs> Ничего страшного. <laughs> а вот этот момент я пересмотрю. Четыре <laughs> <4001. смех> ноль. Я прям подпрыгнула. <laughs> просто подпрыгнула Филин бабай, ну вот вот не все как бы за сказки Надеюсь, я заикаться не начну Это больше смешно, чем страшно Теперь нужно перестать Наверное, нужно перестать ржать, <реш> капец какой-то. <реш> так, нужно всякие всякие <реш> выигнать. <Криппинг> готов. спасибо. <реш> так, э а что там еще было? Как как эти штуки называются, вот эти? Можно можно еще таких штучек? А чего у тебя нет? Ты дракониума нет? Ты ты гонишь? <реш> Теперь ты понимаешь, как я дергаюсь? А ты посмотри в чат. Да я же ж нежнейшим голосом говорю: там у тебя в чат посмотри. Пять. А нам пять хватит? Хватит. Погнали! Погнали, Эвейкать. Но мне на самом деле вот этот. Я, кстати, этот сериал не смотрела. Это какой-то ситком. Я небольшой фанат таких штук. Но вот эту штучку э, вот этот no, э, я одну смотрю, это теточку по питанию. И она очень часто это любит вставлять у себя в видосиках. И мне так нравится. Просто Ты, ты что мне все взял? У меня нет на всех. И вот, вот это я прям точно хотела себе куда-то примкнуть. И на запрет сказки хорошо она подходит. Куда? В смысле, это не то. Это из американского офиса, и он обалденный. Надо его посмотреть. Я, может, его даже в оригинале посмотрю. Потому что, потому что выглядит достаточно смешно. Хотя я не сильно люблю комедии. Мне больше стыдно, когда я смотрю комедии. Да, я смотрю комедии, и мне стыдно. Я из тех людей. Но! Вот это я бы, может, посмотрела. Я много этого железа поставила, да? Я только пару серий офиса посмотрел. Тут тоже прикольный. Надо опять залезть и почистить клипы. Там очень много таких мимо. Кто-то промазал, не получилось. И это все нужно поубирать, чтобы клипы были прям чистенькие. И так заходить, поражать. Я очень люблю клипы посмотреть. Там первый сезон кринч, но со второго Со второго жаришка начинается Хорошо, поняла, поняла Нужно потерпеть один сезон Не-не-не Не-не-не э Инженер Может может в Брюсе Всемогущем, в Всемогущем Тоже что-то есть Такое, но именно этот голос Не оттуда Это с сериала Там вот этот актер такой Прикольный, я не знаю надо пугашечки сказать. Никаких пугашечек. Не-не-не. Первый сезон коротенький, всего семь эпизодов. Поняла, поняла. В Брюсе есть актер. Не с Джимом Керри? Ну, короче, посмотрим. Я когда найду этот момент в сериале, я прям буду очень рада. Короче, мы сделали все эти штуки. Давайте, вкидываем их туда. И мы просто... И 23.00 такой, бам! Подождите, а что нет? А чего нет? Что, что не так? Что, что еще не так? А, нужно разложить по местам. Вы готовы? Вы готовы? Да, капитан! Это ноу точно из офиса. Та да 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 Ребята, и мы закрыли еще одну ветку. Да, это жесть какая-то. Что творим, что творим? В общем, очень круто. Спасибо большое Балбесе, что она как бы продлилась э, продлила сие безобразие, и мы столько всего сегодня успели. Про дракона я даже не думала. У меня основным планом было, типа, миры посоздавать, пошариться там, вот, и инфинити сделать. Но мы такие молодцы, мы столько пробежались, мы еще и броню закрыли, и, и вообще жесть, и вообще жесть. Просто молодцы. В общем, что нам осталось по большому счету? Нам, по большому счету, осталось э, привязать EMC к Аешке. Спасибо большое, Балбес! Э, привязать э, EMC-шку к Аешке вот, пройтись по вот этим невероятным э, панелькам, потому что у этих, например, нет EMC, тут нужно прям пострадать, и. И, наверное, сделать уже книжку. И время ровно 11. Да, да, я же говорю, прям тикнула. Сделать переносной столик, я думаю, что там несложно будет. И сделать книжку всего. Вот. И дальше, и дальше двигаться уже по этой ветке. Она останется единственной. Упираться в нее. Возможно, если мы прям в какие-то ожидайки упремся, то разрыв между стримами сделаем больше как-то разнесем это в общем план есть план есть двигаемся хорошо будем э, будем заканчивать сборочку она все сгущает краски как бы над нами вот этим хаос слитками да да звучит очень не оптимистично эти хаос слитки о у меня тут забилось ну вот начинается но мы с вами прорвемся это кстати уже Два стека следующего. То есть, мне монстров нужно поменять. В общем, а за сколько час стрима? Ну, первый час 20 евро. Балбеси, Балбеси поддерживает с запасом. Очень много этих штук нужно. В общем, будем заканчивать. Спасибо вам огромное за компанию. Я сейчас еще горячим чаечком заряжусь, чтобы завтра не болеть и, и быть прям огурчиком. Я не умею в рубли, сори. Ты в круглые цифры умеешь. Завтра у нас Life is Strange в 12. Ваня писал мне, что там есть какой-то фанатский русификатор. А у него что? Короче, я с утра посмотрю, потыкаюсь, настрою и будем с вами врываться в эту прекрасную вселенную. История там интересная. По посмотрим, как меня понесет. Там же все-таки какие-то выборы есть. Посмотрим, как меня по ней понесет. Вот. Давайте посмотрим, кто у нас там еще есть, кто не спит. Обычно панда не спит. Сразу вспомнила стишки Филина. Только не спит сова. Uh, смотрите Ой панда Warframe играет ничего себе ничего себе Ваня видимо уже за заканчивает кто-то у Вани сидит Ваня заканчивает потому что сейчас пойдем кому-то кто заканчивает Рамон например с фокстейлом и Мари гоняют э, back, to, back for Blood. Смотрела я запись этого стрима у Амвея, и, в принципе, интересная такая игрушка, стреляшка. Они точно будут сидеть еще долго, если вы еще не ложитесь. Давайте тогда к Рамону сходим. Давно я к нему рейдиков не делала. Выкажем свое почтение, как бы кто бы что ни говорил, но к Рамону у меня особое чувство, как бы всего с него это все началось и за это я ему благодарна. Вот. На этом все. Увидимся с вами завтра. И послезавтра. И после послезавтра. Я буду очень рада. А с вами была Флешка. И всем спокойной ночи. И пока-пока.